Здравствуй, чат. Давно не виделись. Я рад вас поприветствовать на игровом канале Блэка, на его Twitch направлении, на игровом, хотел сказать. Мы только что занимались игрой Нир Автомата, просто потому что мы можем. А теперь мы с вами будем играть в SCP, просто потому что я вам его пообещал. Сейчас должен быть стрим. Нет, его не должно быть. Тебе все кажется. И на самом деле, ты знаешь, именно по тебе соскучился больше всего. Чатик, что вы делали в то время, пока мы с вами отсутствовали все вместе? Среди прочего, хочу сказать, что я очень жду комментариев в духе «ты синий, зеленый» там и тому подобное. Ну, как обычно. Кстати, игра They Are Billions отличная. Может, стримчик по ней? Может быть, но сейчас... У меня очень много планов, поэтому нет. Я постараюсь. Завтра я поеду по своим делам, там, ну, по городу прошвырнусь. Заодно, может быть, куплю DualShock 3, если найду его во всяких медиамаркетах там и тому подобное. И, в общем, короче, может быть, в начале следующей недели поиграю в Metal Gear или в Demon's Souls. Короче, игры-то у меня уже давно лежат, и PlayStation я у Илюхи забрал. Вот. Джексон, спасибо за 7 месяцев. Ты синий-зеленый сам просил. Ясно, ясно. Я тебя сейчас забаню. Так, перманент, но, хорошо. Ладно, чат, я его не забанил, потому что я говорю, вы шуток вообще не понимаете временами. Ты белый? Ясно, ясно. Как ваши дела, чат? Сразу хочу сказать, что эта игра в оконном режиме у меня не работает. Я не знаю, ну то есть, вернее, в полноэкранном. И в оконном без рамок тоже она не работает корректно. То есть, у меня разрешение 2К у монитора. Она почему-то показывает себя в разрешении, вернее, в 2К она вообще не запускается. Если я запускаю в Full HD, то есть 1080p в полноэкранном режиме, то мышка у меня действует только в одной четверти экрана. Вот, но все это решает оконный режим на полный экран, и в результате получается странно, но работает, короче. Так что, в принципе, никаких проблем нет. Я думаю, что это та проблема, с которой мы разберемся очень легко, поэтому, чат, не парься, и все будет хорошо, окей? Ты какой-то холодный. Да, я как будто какой-то чужой. Все вернут, когда ты холодный. Артур, как будто луна освещает романтично. Хорошо. Я на самом деле поставил этот фильтр, я думал, он вам понравится, а вы мне вот это вот начинаете засирать, как обычно. Хотя, повторюсь, вы мне вчера говорили, что качество хуже, качество лучше. И в результате, короче, оказалось, что вы мне все врали, а потом после того, как стрим провел, смотрел на качество, что там было хреновое, надо было сразу поставить на 720p. Ах, чат, как тебе вообще можно верить после этого? Но я не понимаю, я не понимаю просто. Что если сделать, допустим... Так, я более черно-белый, но выгляжу заметно стильнее. Так. Нет, так вроде никакой разницы вообще нет. А ну-ка. Что так, что... Что эдак. Один хрен. Угу. А это? О, какая гадость. Потому что надо побольше этих лутов поставить. Мне вот это нравится, значит оно и будет... Нуарный давай. Зачем нам... Слушай, кстати, сюда по атмосфере нуарный очень даже зайдет. Шел дождь. В негативе давай. Ну так нормально, наверное. Инвертированные цвета. Да я могу, ты думаешь, я не могу? Я легко могу это делать. Я прекрасно разбираюсь во всей технике, которая у меня здесь. Мне не нравится то, что получилось, но если вам нравится, то хорошо. Здесь, в общем, за последние полтора часа произошло следующее. Мы договорились с чатом, что за 1000 рублей я сниму юбку. Я ее снял. И, возможно, кто-то сохранил этот яркий момент, вы сейчас можете посмотреть. Ну, в общем, если кто хочет, чтобы я снял лифчик, то вы тоже можете это сделать. По этому случаю я одел 3, так что, в принципе, легко. Ого, там посылок только заметил. Но надо время, время надо, на самом деле. На самом деле, я пошутил про все это. Просто там реально смешно было на предыдущем стриме. Это был никакой не байт и тому подобное. Так, Макардино, ты, похоже, шутки не понимаешь. Давайте там помолчать, чувак. Ты какой-то этот, тупой. Прости, но, типа, надо следить за базаром практически всегда, чувак, всегда. Ты просто, походу, не в теме того, что там было, да, ну и, соответственно,
на тебя это звучит довольно странно, я понимаю. Но здесь совсем не тот интернет, к которому ты привык, и за разговор иногда можно получить. Вот. Джексом, спасибо... Не Джексом, подожди, Шлома. Borderless Gaming в Steam, программа за 99 рублей вроде помогает с играми, которые только в окне работают. Нет, дело-то в том, что у меня обычно эта игра работает вполне себе прекрасно. Но, типа, вот, когда я рестримлю с одного компа на другой, она работает странно, так что эта прога здесь не поможет. Да успокойся, Блок. Я просто в ярости. Как видишь, я аж скачу от злобы. Я просто красный, синий, зеленый. Настолько я вне себя. Димозавр, да-да. Вот эти приколы были. А народ, конечно же, не понимает и считает, что это все чистая монета. Только пришла, он тут уже кого-то банит. Дело тут не во мне, Елена. Дело тут не только лишь во мне, короче. Все хорошо. Чат, скажи, название этого изменилось? Название стрима? Как стрим называется? И какая игра указана в категории? Харнат, спасибо за 9 месяцев. Родилась и маленькая свеча, назову в честь тебя. Без гарантии. Но все равно буду его любить. В смысле без гарантии? Нужно гарантировать ему хорошее имя. Окей? Кирпичи называется. Ну хорошо. Ладно. Просто Twitch опять немного болеет, поэтому я не совсем уверен, что там и как. Все норм с названием, хорошо. Начат реклама, и после этого сейчас будем читать секунд через 30. А пока что я тут кое-что проверю. Арты, да, сегодня будут. Арты будут. Я повторюсь, я не уверен, что сегодня стрим будет очень длинный. Просто потому, что я эту игру довольно хорошо знаю. Я говорю, в ней вроде как много всего изменилось. Но если даже это так, я думаю, что по многим моментам мы реально будем, ну, пробегать очень быстро. Потому что мы знаем, что там делать. Именно поэтому я долго не хотел играть в эту игру. Но, типа, вы все равно упросили. И я просто думаю, что может быть, короче, что мне будет скучно. Но я не думаю, что это будет так на самом деле. В смысле, нечестно. Чабити, что ты предлагаешь? Память себе стереть? Я на Donation Alert захожу, здесь постоянно показывают, как я бегаю в игру Марио, и вот этот вот донат вот этот. Короче, мне стыдно, это не то, что вы должны там видеть, ну, типа, серьезно. А Dark Souls 2 будет? Ну, я 2 года назад всего обещал, наверное, да? Наверное, в ближайшее время. Так, хорошо. X-Kavi. X-Z-Kavi. Спасибо тебе за сапчиз прайм. Юляша, с праздниками тебя. У меня почему-то слетела подписка. Юляш, ничего страшного. Ну, типа, не то, что ничего страшного. Неприятно, конечно, но самое главное, ты знай, что сабов и нонсабов я люблю одинаково сильно. И даже если бы ты была нонсабом, я бы все равно все время думал о тебе. Не говорите Даше, я вас прошу. Спасибо тебе большое. Андрей, удачного стрима, приготовил запасные портки. Люблю тебя, на удивление, не по-гейски. Ты что, натурал, что ли? Спасибо. Спасибо большое. Так, ладно, давайте начинать. Эта музыка, честно говоря, уже бесит. Так, сейчас мне нужно будет сделать следующее. Я пока не знаю, что вам стоит показывать. У меня просто в папке загрузки, где находится эта игра, находится очень много всякого компромата. Тыковка. Ура, ДЦП. Что? Но вроде не особо много компромата. Так, давайте я вам покажу, чтобы вы видели, что происходит с этой игрой, чтобы ко мне вопросов не было. Ну, если я буду запускать ее в там всяком странном режиме. Так. Чатик, давайте поприветствуем Daydreams DD, потому что это тот человек, с которым мы позавчера катались вместе в лимузине, целовались и обливали шампанским. Боже, как это было хорошо. Спасибо тебе за новогоднее настроение, чувак. Спасибо. И потом под конец припев. Не тихо, чат? Заткнись уже.
Скажи, хорошо спел, да? Лев по имени Симба, бафы на удачу от стримлера самый лучший. Защитил с ними курсовые, теперь беру только у него. Чувак, все куплено, поздравляю тебя, поздравляю. Джессика, посылки летом откроешь? Нет, скоро. До глубины души, кровь из ушей. Так, этого забанить. Чуть громче я не могу, это на максимуме. Так, ставим 2К разрешение, родное разрешение монитора. Ставим во весь экран. Запустить игру. Сейчас будет ошибка, смотри. Я сразу говорю, я решил эту проблему, но типа не пугайтесь. Я просто показываю вам, как она работает. Не надо мне сразу подсказывать, что и как делать. Я типа сам разбираюсь, но просто оно не работает нормально в определенные моменты, окей? Вроде, казалось бы, да? Все относительно хорошо. Кстати, добавили вот такое интро. Чат уже всрався. СЦП без вылетов не СЦП. Да, именно поэтому мы не на максимальной сложности будем играть, потому что все, чем она сложна, так это тем, что... Короче, забей. Что сейвов нет. Видишь, как все мутно? Ну, ты не видишь, наверное, что все мутно, но, во-первых, все мутно, а во-вторых, оно где-то вот так вот нарисовывается. Видишь? Упорото. Так, выход. Теперь делаем следующим образом. Чтобы вот эта вот хрень работала нормально, нужно сделать... Я могу сделать... Сейчас, смотри, все опять будет выглядеть очень хорошо. Смотри. Ты видел курсор? Да. Так, это мы можем пропускать смело. Пугайся еще раз. Я просто показываю вам, как оно работает. Все очень четко показывается сейчас зато. Вот. Одна проблема. Выключай, страшно. Слушай, я реально соскучился по этой игре между тем. Казалось бы, все хорошо, да? Но вот это вот, смотри, вот эта граница, по которой ниже я не могу опустить курсор мыши. Это первое. И второе, она доходит до сюда. То есть, как вы понимаете, только захватывает даже не половину, а треть монитора. Я могу попробовать запустить игру, но чтобы начать игру, мне нужно опустить курсор ниже. Этого я сделать не могу. Поэтому я просто вам объясняю, почему мне придется играть в оконном режиме. Просто по-другому я никак не могу. Вот, окей? Чатик готов, поехали. Так, алло, игра. Небольшие технические сложности. СЦП за прошедшее время не стало работать лучше. Так, хорошо. Теперь в результате мы делаем вот так и вот так. Все. Просто будут постоянно люди, которые будут спрашивать, а почему вот так? А не вот так вот. А лучше бы вот так вот все было и тому подобное. Я сразу пытаюсь вам объяснить. Так, теперь увидите наверху часть экрана, но я сейчас сделаю немного по-хитрому. Я бы даже сказал, что это очень по-хитрому, но я думаю, со мной не согласитесь. Вот примерно как-то вот так вот. Вы практически ничего не заметите. Но, в общем, да. Видите? Скажите хитро, да? Так, новая игра. В смысле, сид-карты. Я не знаю, почему тут каждый раз случайным образом выбираются 4 цифры или буквы, но у нас все получилось не очень хорошо. Эх, старый добрый времена СЦП. Только недавно писал в ВК, что неплохо бы ее пройти на стриме. Да. 13 складка Джека Шепарда. Я и 7-я по счету складка убежали, пытаемся зажить новой жизнью. Приютишь? Приходи, хорошо. Daydream DD, спасибо за тир 3. Я уже говорил, но тем не менее. Я думаю, уже всем очевидно, да, как пойдет этот стрим. Welcome. Ладно, типа имя субъекта тоже будет такое. Включить вступительный эпизод, ну давай посмотрим, может быть оно... Так, сохраняться может только в особых местах, например, около мониторов. Окей, хорошо. Что еще мы хотим? А здесь что? Безопасно, это не значит, что можно расслабиться. Сохраняться можно везде. Не, это скучно. Вот. Это уже дичь. Ну, типа, в нее интересно играть, но не на стриме, потому что на стриме это будет переигрывание одного и того же. Пико, спасибо за прайм. Он дико кривой и может вылетать, лучше его скипать. Да нет, я хочу посмотреть. Если что, типа, если вылетит, то, конечно же, скипни. Так что не парься.
Интро еще никто не... Нет, сам. Кэм Xbox. Привет с Камчатки. Смотрел тебя, когда еще на Камчатке интернета не было. В углу тебя. Спасибо. Марта. Пропустила полстрима из-за того, что у меня дома гость в туалете застрял. Замок сломался. Ты знаешь, может быть, он хотел тебе намекнуть на что-то. Погоди, я же включил эпизод, да? Я, походу, не включил эпизод. Просто есть люди, которые не в курсе, поэтому ладно, простите меня. Во, видишь, тут все нормально. Я не знаю, почему сначала пошло как-то вот так. Нас будут звать... я даже не знаю. Меня... Как будут звать нашего персонажа? Аптип, пускай зовут. Включить... Ага, так, начать. Захват не всего экрана идет. Сейчас разберемся, чувак. Расслабься. Я даже не знаю, честно говоря, почему это происходит, но сейчас посмотрим. А где вообще вот это вот все? А? Слушай, у меня походу что-то с разрешением. Ну то есть... Возьмите бумагу на столе. Чё за дичь? Оно, короче, теряет где-то, наверное, процентов... Ну, где-то вот столько. Вот посюда вот все обрезано. Чат, это серьезная проблема, нет, как думаешь? Я не могу вернуть XY5. У нас норм. Серьезнее некуда. Но там, в принципе, особой-то проблемы нет, но давай попробуем еще починить. Я тогда... Ох, короче. Это SCP, она кого угодно, короче, выведет из себя. Давай я сделаю, знаешь, каким образом? Я другое разрешение сейчас поставлю. Вот, допустим, вот это вот. И у вас, короче, все нормально сейчас будет. Так, вот так должно быть лучше. Нет? Оно все равно куда-то вниз уезжает. Что с тобой не так? Я придумал. Ищем порно, пацаны. Хорошо. Welcome. Так, подожди, ты закроешься уже, нет? О, боже, это СЦП. Не волнуйся, чат, сейчас мы заставим его нормально работать, ну, относительно. Но придется немного подождать. Окей. Так, какое у нас там... Вот это вот разрешение было хорошим, я в нем стримил даже полгода. Угу. Так, оно же вниз не уехало, да? Да, оно не уехало вниз, отлично. Угу. Хорошо, теперь мы просто сделаем следующим образом. А теперь мы с вами... Да твою мать! Чё меня пугаешь? СЦП в принципе нормально работать не может. Она может нормально работать, но тут еще сам комп по себе достаточно этот... уставший. В том плане, что устал. Так, ну вот сейчас все в принципе должно быть нормально. В принципе. Посмотрим. Welcome. А у Даши все настроено. МС Стас, хоть сегодня ей это не говори, потому что она реально бомбанется. Я думаю, пора сделать добрую традицию, да? Что у нас теперь вот так вот будет все время. Мое кодовое имя. Хуй 5, простите. Все норм. Я думаю, что теперь все будет хорошо. Ну что поделать, я ничего не могу сделать лучше, эта игра у меня работает только так. Вы хотели СЦП, получите. Если у вас какие-то с этим проблемы, то... Вот так, отлично. Персик. Просто персик. Альфред Нуар, спасибо 4 месяца. Спасибо чатику за его существование. Чатику ты чё? Эдвард Джордж Коттен, спасибо за тирван. Спасибо. Так. Каждый сотрудник класса D получает цифровое обозначение, ваше персональное обозначение D30. Вы будете освобождены в конце месяца, вам будут прощены. Короче, я смертник, по сути. Пушечное мясо. Ты что, все переведено теперь? Только мелковато, конечно. Правда, есть лесенки. Ну, типа, нет сглаживания, как будто. А где FPS вообще? То 144?
А то... Ладно, забей. Просто следуй за мной. Кстати, мы имеем право убивать любых непослушных испытуемых, так что не пытайся делать ничего глупого. Прошу. А, товарищ офицер, а куда мы идем? М? А Гоша из соседней камеры говорил, что нас отсюда не выпустят. Это же неправда, верно? А когда нам заплатят? Я просто не платил налоги. За что вы мне сюда? Меня прямиком из следственного изолятора забрали. Это потому, что я белый? О, смотри. Гоша! Гоша! Спасибо. Я хочу переиграть зомби-ю, кстати. Мы на месте, просто входи туда, следуй инструкции, и с тобой, наверное, все будет в порядке. Хорошо, но после этого вы обещаете, что вы меня выпустите отсюда, верно? Я уже не могу. Вчерашний медосмотр просто высушил меня. Здравствуйте. Иннокентий, Петр? А вы тут что делаете? Парни, это задание попахивает. Мне кажется, у вас дверь не закрылась, мужчина. Я за чистоту эксперимент. Вот это начинается так. Можно как-то дверь закрыть, нет? Чё за... Надо закрыть дверь. Эй, кто-нибудь? Кто-нибудь? Люди! Блин, я забыл, какая-то игра охренительная. Что-то я прям... О, что это произошло? Мне сохраниться как-нибудь можно, нет? Это ящер так орёт, да. Неубиваемый ящер. Там кто-то есть? Ау. Это уже, по-моему, не ящер. Арахири, спасибо. Жбан, какой гарнитур лучше взять сегодня? Gold Wireless или Plotronics RX4VR? Мне Plotronics нравится. Но это только мое мнение. Сохранение разрешено только у мониторов, разбросанных по всему комплексу. Прикольно, прикольно. Это реально добавляет интересных деталей в игру. Но она выглядит намного более законченной сейчас. Так, это сохранение сейчас, да? Я делаю. Ага, я понял. Так, а это вниз туда. Привет, кто только пришел. Мы тут пытаемся выжить в неблагоприятном месте. Я, честно говоря, не думаю, что мы игру за час пройдем, потому что я вообще не помню, что это как делать. Я просто надеюсь, что мне повезет. А? Для открытия этой двери требуется ключ-карта. Так, окей. Про что игра? Про побег из лаборатории. Что? Так, ключ-карта. У нас нет ключ-карты. У нас нет ключ-карты. Осторожно, не переходи, когда Тесла...
Тесла ворота включены. Манкас. За дверью, по-моему, ничего хорошего. Так, ладно, окей. У нас есть дорога туда, я не сильно горю желанием двигаться в эту сторону, следовательно. Что-то с сенсой очень дикое, я переворачиваю время от времени, она как-то этот... Люди? Люди! Слушай, ну этого дерьма не было. Я вообще типа не знаю, что происходит уже в этой игре. 173-й, по идее, должен за мной пойти сейчас. Поэтому надо аккуратнее по сторонам присматривать. Сейчас смотри в оба, окей? В смысле? В смысле я сюда пришел? Замечательное ориентирование на местности. Так, если я был тут, следовательно... Следовательно, вот эта дорога ведет нас... Ага, сюда. Значит, здесь? Как я сюда вообще умудрился попасть? А, во, все. Так, надо, короче, поменьше выдыхаться, потому что если какое-то дерьмо... Твою мать, боже, что происходит? Что-то староват я стал. Это был сотрудник, у него нет карты. О-о-о, здесь у нас есть машина. Но только по-прежнему нужна ключ-карта. Да твою мать. Кстати, 173 мог уже оттуда уйти. Ах, кругом ключ-карта. Мне не очень сильно повезло. Что там произошло? Что тебя убило? Уу, твою мать! Ой, божечки мои, что это было? Тут теперь достижения есть. О, ясно. Он не может двигаться, если кто не в курсе, когда этот... когда я смотрю в ту сторону. Но сможет ли он открыть эту дверь? Сможет! Боже мой, тут карта, я должен ее взять. Да карту возьму. Теперь мы в безопасности. Нет, 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 нет. Так, хорошо. Это карта первого уровня, это карта первого уровня. Подожди, это карта первого уровня. Открой, твою мать! Я не могу. Мне хана все. Походу. Я не знаю. Да нажми ты эту ёбаную кнопку. Мамочки. Ты же ушел отсюда, получается, да? Бляха, я вспотел, как проститутка. Вроде. Мне нужно назад срочно, причем.
Он не то что застрял, если там поморгать достаточное количество раз. Я знаю, что делаю, чат. Даже не отсвечивай, короче, окей? Боже, чё такой срач-то в этой игре? Ну, в том смысле, что мне довольно страшно. Сейчас я отдышусь, сохранюсь. Мне нужно сохраниться. Это нужно сделать, потому что... у меня, на самом деле, все довольно хорошо сейчас. Твою мать. Все, я вроде посейвился. Вроде посейвился. Я... В смысле не туда, я знаю, куда я иду. Смотри теперь, у меня есть план. Обезопасить, удержать, сохранить. Все хорошо. Я, правда, забыл дорогу. Нет, явно не сюда. Мама, я обсейвил сюда. Так, хорошо. Нам сейчас... В общем, машина очень, очень тонкий механизм. Действует следующим образом. Он может улучшить практически все, что ты в него вложишь. Я надеюсь, что у меня просто хватит уровня допуска. Твою мать. Я мог бы сейчас улучшить карту до максимальной, до мастер-ключа, который бы открывал вообще все. Но не судьба. Ладно, давай попробуем в эту сторону щемануть. Второй уровень у тебя... Боже, чат, я же смотрел, там была первая. Это реально все, я перепуган, у меня уже как-то этот мозг не очень хорошо работает. Да шагай, твою мать, доходяга. Достижение разблокировано, переработка. Все, что меня сейчас может убить на самом деле, это если сюда дедушка так и придет. 173-й забей. Так, сырье. Я правда не помню, что и как мне нужно делать. То есть то ли... То ли очень тонко, то ли не очень тонко. Как мне нужно делать, чтобы моя карта была хорошей? Так, навигатор сам по себе сломанный, да? Ага, база данных оффлайн. Давай на нем проверим. Нет, так. Тебя положим сюда. Поставим на... На тонко. Очень тонко, это, по-моему, перебор. Напоминаю, всем персоналу, никакая органическая материя не должна попасть в SCP-914, ни при каких обстоятельствах, пожалуйста, следуй стандартным процедурам. Короче, если туда залезешь, то ты будешь чувствовать себя, ты будешь очень быстрый, как Супермен. Но... Ага, теперь у нас есть карта. Но... Через некоторое время ты умрешь. Ты просто взорвешься. Поэтому этого делать не надо. Так, карта первого уровня, смотрим. На тонко, поворачиваем. Если сейчас придет дед, то мы потерпим. Если нет, то мы в шоколаде. А что он делает? Эта машина улучшает все, короче, что туда входит, либо ухудшает. Вот очень грубо, грубо, тонко. Почитай про это в энциклопедии SCP. Так. Хорошо, мы всрали одну карту. Да, попробуем очень тонко. Как видите, я прекрасно во всем разбираюсь. Противогаз. Слушай, а что с противогазом можно сделать? Да нахер мне твой мастер-карт? Хоть на нем там миллиард баксов лежит. Ах, твою мать. Ребята, у нас с определенного рода проблемы. Oh, no. Я не знаю, что я делаю. Пора вспомнить, как открывать двери ягодицами. Да я уже... Сейчас всего один вопрос. Как мне отсюда выбраться, если что, теперь? Минус одна карта, так, окей.
Так, это сюда. Да. Ключ карты первого уровня. Так, сейчас точно деда придет. Хорошо, допустим. Хорошо, ладно. Тонко в прошлый раз у нас получилась игральная карта. Что мне делать? Грубо не работает. Очень тонко делает мастер-карт. Да, попробуем один к одному. Не, один к одному это... Ну-ка, давай попробуем. Просто проверим. Сейчас меня убьют. Очень грубо это ее в труху превратит. Джулис Мерит, Бунтарка Фокс, Лоун Вондерер, Арахири, Альфред Нуар. Спасибо. Спасибо, ребятушки. Так, ладно, оно делает то же самое, да. Угу. Ну, типа, логично. Я просто проверяю варианты, не подумайте. Теперь делаем опять же вот так. И попробуем сделать из карты первого уровня очень тонко, потому что из карты второго уровня очень тонко дает нам... Мне показалось, что деда пришел. Так, карта первого уровня, окей. Мы тут застряли, короче. Так, положили ее сюда. И теперь делаем очень тонко из нее. Угу, потому что тонко не работает. Ну! Ага. Та самая херь. Однако, смотри. Чат, следи за мыслью. Если сейчас мы сделаем один к одному, то может получиться другая карта максимального уровня. И в результате у нас с вами, смотри, все под контролем. Вуаля! Ясно. Так. Раньше же это работало, они типа в обновлении это все как-то изменили, что ли? Я не понимаю. Я не буду улучшать противогаз, он мне типа и так устраивает. Чё ты ржёшь? Не надо ржать, потому что мы же вместе в одной лодке вроде. Ты не выйдешь, смирись. Смотри. Карта второго уровня, да? Карта второго уровня. Окей. Теперь мы карту второго уровня улучшаем на... В прошлый раз мы делали на тонко, на очень тонко. И что будет? Нет, подожди, твою мать, нет, что же сейчас? Мне сейчас грузиться придется, я все-таки хер выберусь. Да твою, сука, мать. Можем час тут торчать. Не-не-не, смотри. Теперь один к одному, да? Обратно делаем, смотри. В улучшенном провагаде вроде бесконечно бегать можно. Хорошо. Еще тоньше. Я уже делал еще тоньше. Она превратилась в труху. Вон там на полу лежит. Ах, сука. Тю-а-слейта. Чат, я не знаю, как это работает в новом обновлении. Раньше это работало так. Грубо это в труху превращается. Несколько раз на очень тонко. Дверь закрыта, он не сможет открыть. Уже я пугаюсь этих звуков. Надо проморгаться. Сделай очень тонко, потом тонко. Так, в результате. Ее надо улучшить на тонко. Можешь не прокнуть на игровую карту. Так, мастер-карт мы берем. А потом... ставим ее... Что за музыка? Ставим ее на тонко, да? Не сможет. Не знаю, сейчас посмотрим. Мастер-карт на очень тонко мы уже делали. Ага, так, далее. Теперь опять же делаем тонко. Дважды на очень тонко. Всегда тонко, 10-70% на следующий уровень карты. Я понял. Либо в сравсе, да?
Боже, это должно было быть секундным делом. Мы бы уже сейчас выбрались, если бы у нас мастер... Ну, в смысле, мастер-ключ был. Джулиус Мерит, спасибо за... Прайм. Сука. Почему они это все сделали как-то не так? Один к одному. Выше третьего уровня не делай. Я так понимаю, что да, это нам типа ничего не даст. Но мне хотя бы нужно вернуть второго уровня. Мастер-карт на очень тонко. Это не работает, мы же пробовали. Сука! Твою мать. Я начинаю злиться. Ага, так, теперь мы делаем опять на тонко. Просто тонко. Соседи ругаются, по-моему. Что я шумлю здесь с этой машиной. На этой штуке теперь батарейки не будут кончаться, потому что я улучшил до максимума. Вот чё, Михалыч. Да, здесь уровни случайным образом генерируются. То есть двух одинаковых прохождений не будет. Так, второго уровня. И теперь мы делаем опять тонко, да, вы пишете? Теперь в этой машине... Подожди. Если долго будешь там находиться, познакомишься с дедом. Я знаю, я как раз-таки поэтому и тороплюсь. Ладно, давай попробуем. Я думаю, по рандому тут все делается. Black Gear, это конец, осталось ждать деда. Самое главное, что у нас сейф есть уже с картами. Сейчас мы поймем, как она работает. Улучшенный навигатор будет монстр показывать. Так он у нас улучшен уже. Сука, да кто же это делал? Короче, делаем карту второго уровня и уходим, потому что у нас ничего не получается. Я не знаю, что тут еще можно сказать. Кругом мракобесы, нехорошие люди и какое-то дерьмо. Ты слышал, что игру переделывают на Unity с нормальным графоном? Уже и демка есть вроде. А, я слышал, но демка работает еще хуже, чем эта игра. Эту игру мы запускали сегодня полчаса. Так, карта первого уровня, да? А, теперь мы ее просто переделаем во вторую и уходим, потому что хватит это терпеть. Эта машина тебя троллит очень тонко, тонко, один к одному, грубо и очень грубо. А. Сука. Мастер-карт на очень тонко не делал вроде. Чё, ты понимаешь, что ты делаешь, да? Мы сейчас опять просидим. Может, карта второго уровня один к одному? Нет. Так, все, карта второго уровня, аптечка, противогаз. Я, пожалуй, пойду. Мастер-карт на очень тонко, ты этого не делал. Забей, чат. Еще разочек. Да подожди с своим противогазом. Нам вот не надо. Широкую на широкую. Так, что у нас здесь? Здравствуйте. Чат, у нас есть еще одна карта, с которой можно... Кто-то уже, похоже, проводил эксперименты. Слышь, а может тут написано? Микрокомпьютер очень груб. Это не то. Чат, смотри. Небольшой выбор тебе даем. А, то есть, мне сейчас идти вперед с карты второго уровня или попробовать еще? Так, я, по-моему, что-то пропустил. Yeah.
О, боже, деда нет! Я не могу. Что с этой игрой не так? Она стала злее. О, боже мой. Это еще не жопа, это еще не конец. Но я сейчас буду истекать кровью, пока не умру. Где я есть? Либо он меня убьет. Да твою мать! Возьми эту сраную бумагу, идиот. 1585, чат, запомни. Окей? 1585. Мы попали в его карманы измерения, и он нас скоро убьет. Но мы, по крайней мере, узнали код. Я чё, около его камеры? Я выбрался, что ли? Сними свой ёбаный... Так, у меня кровотечение небольшое, но у меня есть большая аптечка. Я выбрался, походу? Но это не факт. Слышь, мы сейчас можем посадить его в эту клетку, только я не помню последовательность. Кто-нибудь помнит последовательность? Сначала, по-моему, нужно... Так. Там в камере сидит один из наших, то есть из этих, ну, из глупых, ненужных. Сейчас мы делаем следующее. Включаем звук. Деда, слушай, слышишь звук? Теперь мы ломаем ему бедренную кость. Да, нажми ты кнопку, ну. А, я не могу нажать кнопку? What? Почему тут я могу все делать? Это что, сломанная хрень? Да нажми ты кнопку, идиота кусок. А. У меня жопа. Ладно, я хотя бы сохранился. Бля, я истекаю кровью еще. Там магнитное поле было включено. И поэтому я... Мне жопа. Дед в шоке. Я не знаю, как... Код вы запомнили хотя бы, нет? Я хочу загрузиться. Я просто реально налажал. Так, нам нужно отключить магнитное реле. Электро... Почему я теперь не могу взаимодействовать с этим? Что, блин, с этой игрой вообще не так? Вот этим могу управлять. Так, выключили. Теперь включаем звук. Я не могу кнопку нажать. Я, соответственно, я не могу поймать деда. Чат, что мне делать?
Карту я взял. Не, подожди. Экран мешает. Я понимаю, но карта на полке. Боже. Смотри в экран. Ну да. Экран это просто типа сохранение. Ну и там привлекает мое внимание кое-что еще. Все, что это... Но я ему типа не ломал ничего, но он вроде сам туда залез. Я даже ногу не пришлось никому ломать. Деда, ты же теперь внутри в ловушке, тебя поймал? Ясно. Не поймал. Эта херь как-то слишком криво работает. Я типа вроде ломал, но вроде нет. Да не успел я, просто она... Твою мать, что это было? Мы успеем, по крайней мере, уйти отсюда. Раньше было лучше. Мы сейчас все сделаем, чат. Расслабься. Ты все передумал там? Слушай, ну раз он передумал, то мы можем сейчас сделать свои дела. Смотри, смотри, чат. Он еще никого не убил. Судя по звукам, он его кушал. Ну не знаю, я не думаю, что я его поймал. Короче, пойдем отсюда. Тем не менее, дед на самом деле нам нужен для одной концовки. Вроде как. Убил. Грузись. Чат, нам нужно загрузиться или так пойдем отсюда? Этот дед нам может помочь, в принципе, в определенный момент. Твою мать. Грузись. Весь чат просит грузиться. Ну ладно, окей. Ну вы понимаете, да, что он работает хер пойми как. Так. Выключаем тебя. Включаем звук. Камера. А? Да походу все совсем сломано, народ. Потому что камера уже не работает. Сейчас я себя услышу, там звуки просто. О боже, на кой хер вообще я этим занимаюсь? Забей. Ты что, серьезно что ли? Игра, что происходит? Не-не-не-не-не-не-не, так мы не договаривались. Попробуй перед тем, как уходить. Подожди, ты видишь, что происходит? Деда, спокойно, подумай. Я сейчас к нему снова в это попаду и умру. Короче, все, что я вижу сейчас, единственная нормальная возможность, это... загрузиться, вылечиться и уходить отсюда. Типа, оно не работает. Я могу тут, конечно, поманцевать, но, типа, это не имеет смысла, он меня все равно убьет. Попробую в игру перезайти, может быть, починит игру. Это точно не починит, зная местный движок. Но... С тобой разработчик игры пытался связаться полгода уже. Ну, типа, а что, на почту не мог написать, что ли? Ну, типа, я всегда открыт. Дёргри, спасибо за 4 месяца. Паришу, спасибо за 3 месяца. Ну, хер его. Ему надоест рано или поздно. Я просто хочу выключить звук, потому что это дичь. У меня уже уши болят от этого.
Ясно. Так, последняя попытка. Сейчас просто лечимся и уходим. Да, оно уже выключено. Уже не имеет смысла. Мы попробуем? Нет. Вообще, по логике, я когда вот эту штуку отпускал, короче, он оттуда выходил. Увидели, что он оттуда выходил? Такое ощущение, что, типа, что-то этот, короче, какая-то лажа. В том плане, что как будто он там сидит. Все. Сломанная, короче, эта херня вся в этой версии почему-то. Поэтому просто пойдем отсюда. Я уже мне надоел, на самом деле, с ним воевать. Но, по крайней мере, мы узнали суперсекретный код, который, типа, сложно узнать. Но люди, которые играли в SCP, знают. И если ты его узнал, то при этом сложно выжить, потому что от деда убежать реально очень-очень сложно. А мы это сделали. Чат, я надеюсь, ты мной гордишься. Так, эти карты нам нахер не нужны сейчас. Да выкинь ты ее, твою мать. Не та карта. 1-5-8-5, да. Чат, ты главное не забывай, потому что я уже забыл. Так. Хотя, погоди. Иди сюда, тварь. Ты живой там вообще, нет? У меня есть одна идея просто, которая могла бы мне помочь. Я думаю, только я боюсь до усрачки сейчас. Сука, как так можно? Это типа вообще... На рекламу, чат. Ржешь больно много. Так, ладно, я, пожалуй, знаешь, как сделаю? Я сейчас всякую дичь выкину. Тебе смешно? Да. Я понимаю. Короче, мне нужно применить вот это. Я сейчас сохранюсь прямо сюда, поверх. Ты говоришь, что игра сломалась? Ну, окей. Если она сломалась, то я знаю коды, как мне просто через ноуклип перелететь. Все. Не волнуйся, мы по-любому дойдем до конца сегодня. Игра может сломаться, но мы... Она не сможет сломать нас, не волнуйся. Это не будет считаться читерством, потому что игры бывают ломаются такие. Было бы прикольно, если бы на самом деле деда оказалось, что сидел там внутри. Слушай, я не знаю, что с этим делать, честно говоря. Welcome. Oh, no. Честно говоря, без понятия. Я не могу обойти, смотря на него, потому что там мигает свет. Свет потухнет, я труп. Все, смотри. Свет не мигает. Твою мать. Welcome. Не знаю, что с этим делать. Так. Карта у нас. Окей. Я не хочу заново, потому что у нас типа по луту все просто отлично идет. Фонарика нет, нету. Ну, может быть, и есть, но не сейчас. Алло? Да? Еще бессмертие, обойди его. Возможно, придется. Я не знаю, как, правда, я кодов не знаю.
Так. Почему у меня нет денег, чтобы достучаться до этого Switch стрима? Ты можешь в чат написать просто. Такая ностальгия, я с тобой, Артур, как с первого прохождения этой игры. Спасибо тебе за все эти годы. Спасибо. Если попробовать карта второго уровня плюс карта первого уровня. Слушай, я не думал на самом деле. Нет, это... Игра поняла, что я типа у черты. Лол. Удачи тебе сидеть там с дедом, мудила кусок. Там что, скромник был, что ли? Слушай, а если скромника загнать в ту комнату? Мне это не получится. Потому что я знаю, что его ничего не сдержит. По-моему... О, нет. Не-не-не-не-не. Не задерживаемся. Беги, сука, беги. Давай. Давай. Это же надо было так попасть. Да где лифт? Жопа, лифт не едет. Доктор? Как мне включить питание лифта? Можно же как-то, да? Да нахер мне карту, у меня, блин, карту пятого уровня, чат. Welcome. Не включил? Welcome. Не больно было. Это с меня кровь льет. Сука. Там еще один рубильник. Раньше этого ничего не было. Я же не знал. Где рубильник? Где рубильник? О боже, вот этот рубильник. О боже мой. Я не жилец уже, вы понимаете, да?
шансов у меня особо нет. Может быть, я смогу что-то... Нет, твою мать! Сейчас он проведет со мной хирургическое вмешательство. И теперь я зомби такой. Что-то как-то все отлично так складывается. Подожди, аптечки у меня больше нет, потому что я ее применил. У меня не было шансов спастись там особо. Кто это был? Это был чумной доктор. Прочитай про него на этом SCP Foundation. Можешь просто вести SCP чумной доктор. И прочесть, что он делает. Что-то я так чувствую, мы отсюда сегодня нормально не выберемся. Ну, типа, все очень плохо. Да починись ты. Вот это вот, считай... Я считаю, что это плохое развитие событий, типа я не знаю, что делать. То есть кто-то запер его в лифте, отключив его намеренно. Возможно, возможно. Какие у меня были шансы выбраться из того места? Никаких. Вот примерно как сейчас, у меня никаких... Так, чат, как мне открыть консоль, чтобы через бессмертие пройти мимо него? Потому что меня задрало, честно говоря. Сандра, спасибо большое. 173-й, ты не пройдешь в этот раз, я уже понял. Света Носферату, спасибо. Данте Ро, спасибо. Александр Петленко, спасибо. С Новым годом тебя тоже. Мурмур Реди, доктор Борислов, Сандра, Дед Маздай, Лоджик и Пауэр, Дерт Гри, спасибо. Паришу, спасибо вам за вот это вот. Обойди чат, я сделаю специально для тебя. Ты у нас упертый чат, смотри. О, кстати, а ну-ка. Чат, ты знаешь, временами ты меня очень сильно радуешь своей сообразительностью. Это происходит, конечно, далеко не всегда, но сейчас ты большой молодец. Чат, ты знаешь, временами... Мне кажется, что я тебя даже люблю. Временами. Несмотря на всю твою вот эту вот. Так, мне бы сейчас сохраниться. Риск не так. Все-таки выход тут был, короче. Куда я перехотел идти? Главное не смотреть на него. Блять, что происходит в этой игре? Да хватит, я уже ненавижу это место. Там разрядники в комнате был. Кто поставил, блин, разрядники в комнате? Я с этой игры точно, блин, с мокрыми платками уйду. Либо с коричневыми вообще. Ну, ты понимаешь. Чат. Я тебя просто не уважаю после всего вот этого. Слышь, как там пройти? Там какое-то место довольно жесткое, по-моему. Слышь, оно, походу, починилось. Не выпускаем его из поля зрения, и все будет хорошо. Расслабься, чат. Означает ли это, что больше мы не увидим его вообще никогда? Говорил, будет скучно. Да я сам не ожидал, что будет настолько скучно. Я что-то не хочу туда идти, но здесь, походу, у нас билет в один конец, да?
Хотя подожди, мы... А, там же, блин, кан... Что такое? Что это был взрывок? Так, ну, честно говоря, здесь около доктора у нас не так много шансов. Вы согласны со мной? Да твою мать, я же пробежал! Да ёбаный насос, как это работает? Я же пробежал! В чем прикол? Любая попытка надевшего 178 или любых других лиц... Офигенно. Рваных ран. Чё я сделал не так? Я же все сделал идеально по таймингу. Я тебе говорю, это какая-то гашёная версия. И все работает через жопу. Там два разряда. Нет, тут разряд, он на движение реагирует, на твое приближение. Нет, я вообще-то не ругаюсь на стримах. Oh, no. Прости, нежное ушко. Бу. Так, я надеюсь, ты сейчас не будешь тупить, потому что меня это уже немного... Зачем нам смотреть на скромника? Мы пытаемся выжить от этого. Какой слишком медленный, я же там типа пробежал с разгона, при этом разгон набрал нормальный. Эх, ладно, в этот раз я сам умер. Ну типа я спешить начинаю, потому что... Прикинь, без смертей все это дело пройти. Я бы где-то, наверное, год назад, я бы мог. Сейчас я... Сейчас я не в лучшей форме определенно. Отлично. Запереть бы тебя вообще внизу там в хранилище. Ну ты же выберешься, тварь, верно? Так, ладно, часть проблем решена. Окей. Теперь у нас выбор. Либо пойти к доктору и умереть, либо умереть здесь от непонятного рандома. Камфокс, маленький человек испачкал портки, ха-ха, смешно. Окей. Оно перемещается там? Что это вообще? Слышь, по-моему, у нас... По-моему, у нас проблемы с электричеством. Я не мог. По-моему, я его увидел сквозь стену. Он меня увидел, все. Мне жопа. Вернее, он увидел, что я на него смотрю. Сегодня происходит в этой... Это комната, это знаешь, день сурка. Сюда не хватает музыки. Я не могу. Я уже не могу. Это дерьмо уже просто... Хватит дышать, тварь. Музыки не было, поэтому он сломан, смотри. О, скрипт сработал. Ясно, я понял, как это делать. О боже. Дарквуд я прошел. На все концовки. Мне понравилась игра. Я считаю, одна из лучших в этом году. Так, давай. Короче, сейчас мы вообще делаем. Убей скромника, посмотрев на него сквозь разрядник. Ну, если пройдешь его, конечно. Мне кажется, это невозможно сделать. Мне кажется, его не убьет разрядник. Тебе нужно, чтобы поймать деда, сначала найти комнату управления электричеством и там переключиться на генераторы. Не обязательно.
Я и без этого его запирал. Неоднократно причем. Видишь, оно типа не по два разряда давит, оно на мои действия реагирует. Блядь, да как это, сука, работает? Так, ладно. Это было... Чат, что мне делать? Как мне пробежать эту хрень? Я знаю, что это можно сделать, я просто не понимаю, как. По трупу это не сработает. Это не сработает, сразу говорю. Один человек написал, начали писать. Но клип... Да что-то меня уже парит на самом деле вот это вот. То, что... Вот это вот, короче. Смех скромника. Ты пригнулся и не пробежал. Проблема в другом. Да боже, зачем я объясняю уже, короче, по 10 раз. No clip on off. Ты в присядку бежать начал. Ну хорошо, сейчас попробуем. Давай попробуем еще раз. Может как-то электричество отключить? Негде. Нет, я реально 100 раз пробегал через эту хрень. В старых версиях. Я не знаю, почему теперь это не работает. Go читами. Если сейчас мы провалимся, я через ноуклип, короче, прилечу. Просто потому, что мне это досталось. Это тупо. Я реально 100 раз это делал, но сейчас это почему-то не работает. О, боже мой. Игра, ты же чувствуешь, да? Что я готов тебя выключить временами. Боже, мне бы сейчас сохранение. Может спуститься к доктору, выключить там генератор и врата у скромника офницы? Нет. О боже. О боже мой. Мне нужен сейф. Все. Авикул? Так, легкая зона содержания. 1-6-1-1-6-2. Это что такое? Что это за нахер? Чат, что это? Что происходит? Мишку кто-то был? Там Мишка был? Дыра норм тема. Да мне бы сохраниться на самом деле. Дырка, меняющая один предмет в инвентаре. Какой у него класс? Дыра. Дыра в стене. Сохранку искать надо. Вот именно. Мне нужен один сейф. Всего один. Сейф. Я сохранился. Есть кто-нибудь в сети? Это наблюдательный пункт номер 6. Пожалуйста, изложите свой вопрос. Это ассистент Росс. Я заперта внутри комнаты содержания N5, и у меня только второй уровень допуска. Не могли бы вы прислать подмогу? Я слышу шум за дверью, я не знаю, что это, но я должна выбраться отсюда. Извините, но боюсь, что мы не можем прислать кого-нибудь сейчас. Половина службы безопасности недоступна. Те, с кем удалось связаться, похоже, пытаются выжить. Мне нужна помощь срочно. Эй, вы еще здесь? Так, любопытно. 500 и... 14.99. Хорошо. Нет, 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 нет. Куда я иду? Там же эта херь. Это херь, которой я не рад. Что мне делать? Я не знаю.
Я даже не знаю, столько всего вкусного. Нет, нет. Ладно, хоть давай посмотрим. Твою мать. Я гружусь, я не хочу к нему. Я не хочу, пошел в жопу. Да ёб твою мать, ну что происходит? Так, мне нужно уходить. Я запомнил, что здесь вот это вот. Я сюда вернусь. Но сейчас мне нужно куда-то утопить отсюда, к чёртовой матери. Не выдыхайся, родной, не выдыхайся. Было бы интересно, может ли скромник достать из измерения деда. Лежа. Боже, где я есть? Но. Я не хочу. Забей. Я хочу посмотреть, что здесь есть. Можно меня не убивать, твою мать, сраный ублюдок? А? Ясно. Я ничего не могу сделать, кроме как потерпеть. Слышь, меня реально, походу, заовнили сейчас. Я... Всего хорошего. Я ненавижу такие комнаты. Ему если что похер, он пройдет. Через что? Мне хана. Отстань, дед. Дед, отстань. Я, по-моему, вернулся на начало. По-моему, я вернулся на самое начало, где я уже был. Я тут был. Так, в итоге. О! Сука, я ненавижу эту игру просто. Ты не из таких сейвов выбирался. Я прошел эту игру всеми возможными способами, то есть на все концовки, так что я опытный, бывалый, испытуемый, но эта игра что-то начинает меня просто трахать. Так, мне нужно сохранить сейчас, потому что тот сейв, который у меня был там, он, ну, реально неприкольный с дедом. И пытаться пробираться мимо 173-го, которого, оказывается, не так уж и просто запереть. Но это все типа нормально до тех пор, пока сюда войска не введут. Когда ведут войска? В смысле? Сохранение разрешено только у мониторов, разбросанных по всему комплексу. А это те чё, блядь, я не знаю. А, ну супер. Я могу в него смотреть, но я не могу сохраниться. Не надо было смотреть в этот монитор. Я понял, почему он меня не сохраняет. Я сейчас умру, да? Что со мной произошло? Это не монитор. Не монитор. Я обречен, да? Я слышу 173-го. Я не помню просто. Я не помню реально. Что делает? И транслирует гроб. Нельзя смотреть на гроб. Если на гроб посмотришь, тебе жопа. Не успел? Хорошо. Так, мы возвращаемся к 173-му. Возвращаемся к той дороге. Пожелайте мне удачи, чат.
173, это же не тут, ты ушел. Ага, хорошо. Я могу посейвиться? Нет, не могу. Это все не очень хорошо. Так, подожди. Пропустил момент. Леша там нет? Чё, ты недостаточно считал? Ты недостаточно мне удачи, короче, нагонял. На тебе рекламу. Почему мы так пугаемся, ты кричат? Да давай уже деда отстань, я прошу. Так, колечко. Нет, это не колечко. Я не знаю, что мне делать с этой убитой. Я куда бы ни пошел. На выход пошел. Охереть. Серьезно? Нет, подожди. Я назад возвращаюсь, да? Нет. Туннель обслуживания. Деда, не надо. Я, типа, никуда не могу деться. Я просто еду вниз, окей? Бежим, твою мать! Да что с этой игрой не так? Почему она меня так... Нажми! Где-то рядом 173-й. Давай, давай. Давай. Никого не боюсь. Все говно. Я успею сохраниться. В следующий раз... Он типа сейчас здесь, а в следующий раз его не будет. Вот смотри. Калькулятор. У меня нет выбора, кроме как идти в его вот это вот измерение. Он очень хочет явно этого. Дед, твою мать. Так, подожди, давай. Противогаз ГП-5. Что это за противогаз? О, нет, боже, что произошло? Твою мать, если бы эта игра еще не вылетала. Что этот противогаз делает? Ну, что я могу сказать? Я... А чего получил? Эта игра не работает нормально сегодня, не работает. Ломает игру. Да, у меня, наверное, памяти мало. Выкидывает из игры. Противогаз может помогать спрятаться от деда, он направляет в другое измерение. Подожди, чё? Так, испытания, опрессовка показали, что объект достаточно герметичен для использования по прямому назначению. Аномальный эффект появляется при надевании SCP-1999 на голову человека приблизительно через одну секунду после полного надевания объекта на голову. Субъект пропадает из виду и не регистрируется никакими приборами. Есть мнение, что, типа, оно так и будет вылетать. Вот эта игра, она, типа, является одним из лучших хорроров, но... Насколько же она кривая? Ошибка не связана с системой. Это ошибка у всех в СЦП. То есть, в принципе, никак? Сейв. Они переделали... Переделали систему сейвов. Они переделали систему сейвов. Раньше, когда ты появлялся, дед исчезал. Ну, то есть, когда ты сохранялся, грузился... Изи, изи. Так, я сохранился. Теперь я могу попробовать.
Чат, мне пишут одеть еще раз маску. Но говорят, что она у всех вылетает. Зачем мне надевать? Вообще, подожди. Здесь можно выключить счетчик FPS? На кой хрен? Так. Зачем это вообще надо? Пробуем. Ноктарогар. Так, ну хорошо. О! Прикольно, боже, это типа самый лучший SCP из тех, что в обновлении есть. Ну, я правда только его видел пока. Слышь, вот типа демонстрация того, как на ровном месте с корявой графикой 2001 года можно сделать игру такого уровня, если у тебя есть фантазия нормальная, да? Что это? Эй, земляне! Вы кто? Привет! Это не земляне. Они вроде не агрессивные. Я, по-моему, читал про эту хрень в книге по SCP. У меня есть она где-то здесь? Где-то есть. Мне ее прислали подписчики. Это 1 января. Окей, что я тут делаю? Я не вижу тут никаких зацепок, шеф. Вот эта фигура вроде выдается. Челябинская. Ну да. Добро пожаловать в Норильск. Смешно. Про каждый город смешно. Про Уфу попробую пошутить, это забань сразу. Вроде как я читал, что чувак попал в такое место, и, короче, тут было очень много всякой вот этой дичи. Ну, агент начал нервничать. И начал стрелять. В общем, потом его с трудом оттуда вытащили. Ну, маску сняли. Я имею в виду не с трудом, я просто драмы нагоняю. И оказалось, что какой-то непонятный человек вооруженный забежал в торговый центр, перестрелял кучу людей. А ему казалось, что он. Короче, это как бы параллель наше измерение. Вон там, по-моему, что-то похоже на... Я не знаю. Тут можно что-то показывать, нет? Он сам снял маску. Я что-то такое помню, ну, типа, в храм он, кажется, забежал. Да-да-да. Забежал в церковь. Я не помню, ну, серьезно. Тут можно что-то найти, нет? Это реально круто, да-да-да, это очень круто вообще. Это ж как с карты 5 уровня, это хорошо, да? Особые условия. SCP-500 следует хранить в прохладном и сухом месте. Вряд ли тут можно что-то найти. Ага. Красные таблетки. Для лечения похмельного синдрома. Окей, я понял, про что пишут. Симпатичная женщина. Не улучшая маску, но очень тонко, прошу. В смысле, это типа байт? Чтобы я улучшил ее на очень тонко. Так, что бы мне сюда вставить? Так, СЦП в настоящее время представляет собой отверстие в шлакоблочной стене. Камера содержания 4, его диаметр составляет примерно 14 сантиметров, глубина переменная. Активируется живое существо, проникает в отверстие на максимальную глубину, на которой позволит длинноконечностью от момента его пальца касается твердой поверхности, соответствующей текущему местоположению 1.62. Обнаруживает предмет достаточно маленького размера, чтобы поместиться в отверстие. Эти предметы обычно опознаются. Кроме того, любое помещенное в СЦП объект исчезает, как только потеряет контакт с человеком. А?
подожди. Oh, no. Я не могу больше взаимодействовать. Типа я карту туда кинул, и она... Glory Hole. И она... Все? Все, что ли? О-о-о-о. Я только что срал свою карту. Спасибо. Ясно. Хорошо. Как так можно? Я не знаю, первый раз эту хрень вижу, чат. Серьезно. Зачем ты меня бесишь? Так, подожди. Не оценил, короче, я эту штуку. Так, а здесь больше нет никакой таблетки, ничего? Ладно, пойдем дальше. Не понравилась мне ваша дыра. Выбрось все и засунь руку. Руку? А что, так можно? Ты уверен, чат, ты опять какую-то хрень придумал? Дырка развода, я тебе говорю. Чат, ты главный код-то помнишь еще, нет? Внезапную подавляющую боль в груди. Это с меня натекло. А если я просто... Надо было правую руку вставлять, что же я левую-то вставляю? Ясно. Ну я типа истеку крови, что я могу сделать? У меня нету аптечек. Кажется, носом кровь пошла. Я могу себя спасти от смерти таким образом. Подожди, я и тут истекаю кровью. Слушай, может быть, я хоть покормлю их? Прочитай бумажку, я считал. Там в конце была приписка, наверное, не сувай себя, дурак. О, боже мой. О, помогать. Подожди. А, эту бумажку я... Я же... это же моя бумажка. А, так это бесполезная хрень, типа, по сути. Член оторвало. Ну, в смысле, сунул. Так получилось. Это просто бумажка рандомная вылезла с описанием рандомного этого. Ну, ладно. Как тебе матрица у твоего основного монитора? Капризно очень, но типа плавность все дает. Советует монитор, короче говоря. Временами он дает странные засветы. То есть цветопередача у моего предыдущего была лучше, который у меня сейчас второй монитор. Но реально очень-очень годный. Так, мы сейчас можем пойти в зону тяжелого содержания, но там типа совсем все плохо, это не очень хорошо. Там мы... вернемся сейчас. Да, попробуем сюда сходить. Здесь у нас SCP-1123. Класс безопасный. Ага. Безопасный, слышишь, чат? Безопасный. На близком расстоянии субъекта сообщает о наличии аномальных сенсорных явлений, слабые запахи, звуки, тактильные ощущения. Не трогай. Так, представляет собой человеческий череп, который отсутствует нижней челюсти, все зубы на наружной поверхности. Так, помни. Угу, так, различные реакции, попытки побега. Короче, может свести с ума эта хрень. Nice freaking inside, I got lost four times, just trying to find the main security hub. Это когда
Так, мы сохранились, между прочим. Может быть, зря, вдруг я тут сейчас... Так, а вот и череп. Трогай, прикольно. Зачем ты? Нам повезло вообще, что мы нашли карту 5 уровня. Ну, то есть, пипец, реально повезло. Мы сейчас ходили, тыркались во все закрытые двери. Ау. Nicht kind. Кто по-немецки? Was? Nein! Was? Was ist das? Бумажка осталась. Ты попал в концлагерь? О, жесть. До меня только дошло, что это реальная фотография. Не ваш ребенок. Макс Хас? Ну ладно, я наверное, сохранюсь. Череп, где череп исчез? Я, наверное, сохранюсь, типа, я надеюсь, что это, типа, это как вот, помните, тут на что-то посмотришь, а потом то ли на колокольчик, то ли на что, постепенно... What the fuck? Зачем я сохранился? Нет, 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 я же не попал в 45-й год. Лашковиц. Найн, 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 найн. В смысле кровь? Зачем я сохранился? Зачем я сохранился? И ты. Вот он удивился, наверное. Так. Изи. Чат, я думаю, ты пипец испугался. Надо чат слаб. Чат слаб. Карта 5 уровня, нам повезло, и тут он сохранился. Все нормально, как ты видишь. Я не знаю, что тут опять нагоняешь. Так, хорошо. Я этим вообще не пользуюсь, потому что у меня ориентирование на местности гораздо лучше, чем вот это вот. Тяжелая зона содержания, это же через нее надо пройти, чтобы выбраться наверх или нет, или как-то так, я не помню, чат, подскажи мне. Как мне попасть в административную зону? Так, сюда я не хочу. Это то место, где я, по-моему, как раз-таки вот это вот. Евклид, твою мать. Там еще 173 под градус, сейчас дверь откроет. Здесь происходит что-то странное, цикл кажется значительно ускорен. Одна из рогатых фигур уже появилась, в настоящее время обедать с ней. Привет, детка. Снейк, спасибо. Там типа еще люди подписывались, я попозже, окей? Привет. Че делаешь? Сто семьдесят третий, хватит. А? Ты хочешь тройничок? Я не могу зайти в чат.
Я должен был проверить! Я первый раз вижу эту хрень, я должен был посмотреть! Я должен был посмотреть. Тело субъекта класса D обнаружено внутри камеры. Тупыми предметами. Я специально это сделал сейчас, чтобы посмотреть, что это такое, да? Да. Мне было интересно. An awesome choice, stranger. Баряк, спасибо за 11 месяцев. Кстати говоря, так, во-первых, небольшой такой перерыв на те рекламу. Баряк, спасибо за 11 месяцев. Сходи, поздоровайся с 76-м за руку. Не хочу. Фрингс В, спасибо за Прайм. Мурмур Реди, спасибо за Тирван. Доктор Борислов, спасибо за Тирван. Сандра, спасибо за Тирван. Серемел, спасибо за Тирван, который подарил Big Little Plane. Данте Рос, Мугл Неизвестный, Куараками, Макам Фокс, Умбра, спасибо за донаты. Так, хорошо. Типа, я так понимаю, что нам нужно идти в тяжелую зону для того... В тяжелую зону, чтобы чего-то добиться, но это не точно. Потому что оттуда мы можем проникнуть в административный корпус, через который мы сможем выбраться на поверхность. То есть... Вроде как оно уже достаточно близко, поэтому я думаю, мы идем в эту сторону. Но тяжелая зона содержания, там находятся самые жесткие образцы. Это типа не тот код на самом деле. Странно. Так, интересно. Я не знаю, как отсюда пройти, но у нас поблизости позади еще одна дверь в тяжелые условия содержания. Там Мишка был. Где вы замечаете Мишку? Я знаю, как Мишка выглядит, но я второй раз уже пропускаю его, походу, нет? Так, чтобы попасть назад, мне нужно пойти же сюда. Сюда. 1585. Да этот код, он от... Смотри. Ясно. Чат, ты просто запомни. 1585, он, видишь? Вот отсюда, короче, мы можем попасть туда, куда нам надо. Где Мишка? Нет никакого Мишки. Я не очень люблю такие места, мне не нравится, что здесь все открыто. А, подожди, мы же тут в прошлый раз пересрались из-за доктора, точно. Ой, не из-за доктора, а... Насколько я помню, мне говорили, за этой дверью вообще ничего нет. То есть, если там ноуклип включишь, за этой дверью вообще в принципе ничего нет. На Эльк в СЦП, на всякие безопасные объекты, на... не всякие безопасные объекты такие на самом деле. Например, ядерная бомба была бы безопасной. Ну да, но нет. Я не могу открыть карты, то что закрыто на кодовый замок. Что за нахер? Монкас?
Что там в тупике-то? Oh, no! Здесь нет неуязвимой рептилии, она наверху. По-моему, там крокодильчики водились. Я могу слышать его. Ты можешь? Послушайте, я клянусь, что он там, во внутренней стороне стены. Слушайте, я могу слышать его зубы, они поют, как линии электропередач. Так, чат, читаем сами. Я типа... Где я, сука, есть вообще? Что такое? Тут скромник плакал. Я перепугался. Я к доктору с другой стороны пришел. Вы уже вызвали лифт. Пожалуйста, я тебя прошу. Хватит нажимать на кнопку, в смысле? Я труп, но это рип на самом деле. Я сейчас мало что смогу сделать. А что он с тобой сделал? На секундочку, окей? Ты думаешь, ты можешь меня взять так легко, мудила? Лифт не приедет. Понятно. Лифт не приедет, пока нам не придется сделать то самое. У меня есть план. Он не сработает, но он есть. Четвертый уровень. А нужна ли она мне? Ну, я возьму, конечно. План был хорош, но я уже не живу. Да твою мать! Ну скажи, так можно от него убежать будет? Да. Нашли. Чатик умный. Не попал. Правый не попал ни разу, мудила.
Это такой крутой вынос мозга. Чувак, добро пожаловать в игру, она уже года 3 как доступна. Лишив свою жертву сна, 906 будет ее преследовать, пока она не лишится способности к движению от нехватки сна. После этого он начинает поедать свою жертву. Круто, чё? Так, что нам остается? Да как так? Артур, похоже, застрял. Я не думаю, что я застрял. Нам сейчас, в принципе, нужно быть просто этот... Мутант-хомячок, просто спасибо. Тебе спасибо. Что если посмотреть на скромника, а потом надеть противогаз? Это интересный вопрос, на самом деле. Кто как думает, что произойдет? Даже премонишн не пройдет. Мы не сдавались такой цели, я просто посмотрел игру. Но она типа прикольная, да. Зачем назад идти? Я хочу там другой проход найти. Надо выяснить. Все равно убьет. Он потом найдет. Но вообще по местной вселенной... По местной вселенной он рано или поздно тебя найдет. В любом случае. То есть ему плевать, ему не важно. А? Расскажи шутку про коня. В смысле? Шитоси. Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Спасибо, чувак, спасибо большое. Слушай, я реально передвигался в реальном. В реальном мире, когда маску надевал. Заметили, да? Я не знаю, как эта херь работает, честно говоря. Пока что он показывает все через жопу как-то. Ну посмотри просто на этот, блин. Ублюдочный навигатор. Я лучше как-нибудь сам. Deadly Premonition? Ну, можно, но у меня сейчас очень много планов. Я уже говорил. Деловой. Побесив яйца головой, как ведьмаки говорили. Слышу, судя по звукам, здесь реально крокодилы водятся, эти самые. Спасибо, Саня. Навигатор не прокачан до конца, в противогазе ты не перемещаешься в мире. А. Так, туда мы не поедем, окей? Мы вернулись на то же самое место. До крокодилов ты еще не дошел. Может быть, может быть. Тут же все переделали, перелопатили полностью весь баланс. Теперь игра как будто новая. Надень противогаз, включи навигатор. Интересно, что он покажет. Слушай, интересно на самом деле. Так. Ясно. Слушай, может быть, я не тот навигатор выкинул, нет? Сломан, да. Я на самом деле чувствую, что здесь только один выход. Тот. Мне кажется, насчет радио это просто не проработано. Хотя, с другой стороны, в карманном измерении деда оно не ловит. Мне кажется, я сделал круг. Нет? И вернулся туда, откуда я пришел. Сейчас мы проверим.
Ты ж, по-моему, это так, но это не точно. С испытуемыми общались через рацию, на удивление, они на удивление работали. Окей. Так, ну мы типа едем. Вообще-то проработано, когда надеваешь противогаз с реальным миром, можно ловить радиосвязь. А, окей. Так, мы не уезжаем наверх. Я не знаю, что такого напряженного в этом месте. Пока что мы ходим, никого не встретили здесь. Ну хорошо, я просто предположил, чат, не надо вот это вот, типа, защищать сразу. Ты не забыл про хищный лифт? Так, не спойлери давай, окей? Как мне отсюда выбраться? Вот я здесь, когда прохожу, я слышу какое-то пощелкивание. Слушай, у меня, походу, выбора нет, кроме как... Э? Дырка деда у лифта была. Ну, хрен его знает. Да все, я сейчас опять рипнусь, потому что я попал в то же самое место, смотри. Нет? Да? Прикурда? Ага, о, так. Что, если... Так, ясно, это та самая херь. Странно, странно. Подожди, а как я в прошлый раз попал к доктору? Ага, вот так я и попал. Я что-то уже запутался слегка, честно говоря. И все такое похоже. Но вот если я пойду сюда, то я, возможно... Треснули пол, потолок. 106 должен быть в этом размере. Я не могу читать. Выпуклость непослушным ребенком. Мои зубы чувствуют себя довольно странно. Мы на правильном пути. Мне нужен монитор. Мне нужен монитор. Здесь, по-моему, сейчас колокол будет, который вообще нельзя открывать. Колокольчик можно брать? Нет, кто-нибудь помнит? По-моему, если я колокольчик дерну, то все будет не очень хорошо. Евклид, да, трогать его не стоит. Сука. Да твою мать. Что с тобой не так? Можно. Если чат говорит можно, значит не надо. Я не могу посейвиться. По-моему, так, подожди. Чувство ложной безопасности. А, подожди, это Мишка. Сильнейшее отношение. Все существа вызывают по отношению к людям. Ну, короче, это не про него. Oh, no. Когда пупк с Тёмой-то, а не Дашей? Пупк точно не будет. Я наигрался в эту игру. Во что-нибудь другое? Ну, как только, так сразу. Солдаты! Это же вы дверь открыли, нет? Бери, если хочешь смерть. Я помню, что, по-моему, этот колокол... В общем, спавнит на тебя существо. Сука. Которая постепенно тебя убьет. Постепенно. Мне нужен монитор. Oh, no. Бляха, твою мать. Пожалуйста, игра, дай мне монитор, пожалуйста. Зачем я это делаю?
рядом со мной кто-то в этой комнате. Я не хочу. Что я сделал только что? Я не знаю, что там было. Я не знаю, что происходит. Я не знаю, что это такое. Что со мной? Мне даже сейчас сохраняться, наверное, нельзя. Чат, что я только что сделал? Я убил себя, да? Я же себя убил. Я смотрю, много объектов новых появилось. Да. Все. ГГ, походу. Он колокольчик взял? А, нет. Зря зашел, эта штука вызывает панику, от нее бессонница, потом паралич, она тебя убьет. А, это она? ПНВ возьми там. Так я типа туда зашел и уже все? Грузись, все. По-моему, прикол в том, что они сейчас, в общем, мне будут видеться в разных местах. Ладно, пойдем уж посмотрим. У Омеги должен быть монитор. Да, но я уже труп. Мне уже никуда не деться, то есть она меня сведет с ума, эта хрень. Поэтому давай посмотрим, что здесь есть просто. Блин, батарейку только что потратил. Сейчас, что мне делать? Мне стоит сохраняться, нет? Видимо, видны только через очки ночного зрения и не всегда убивают. Нифига ты не труп. Чат, я просто сейчас сохранюсь, если мы пофейлим, то я как бы не буду сначала начинать. Я это оставлю на следующую субботу там. Поэтому лучше сразу говорить. Грузись. Уточка. Что, блин? Это он меня убил, потому что я забыл надеть противогаз, потому что... Сука, почему эта игра делает это? Смертельный перелом шеи. Предположительно убит. Дед все решил, да. В эту дверку я еще не попадал. Слышь, это уже день сурка какой-то. Ну ладно, в целом мы проложили себе дорогу. Чат, расслабься. Мы уже знаем, что делаем. Так и мы идем не в ту сторону. Противогаз же от доктора. Противогаз помогает от доктора? Или ты имеешь в виду противогаз, который уносит меня в другое измерение? Так он подождет, типа. Слушай, а он может... Он через некоторое время исчезает. Слышь, реально. Япона, блин. Оно может сработать. Спасибо за тебя. С тобой я сомневаюсь. Я больше, чем ты. Спасибо. Колечко найди. Да сейчас смотри, мы постепенно себе тут путь проложили уже, как бы мы скоро выберемся, только мы правда все ниже и ниже опускаемся. Эй, ну какого хера? Противогаз спасает от деда. Белый противогаз спасает от деда, но от статуи вряд ли. Я думаю, что да, если статуя рядом и я проявлюсь, то мне хана. Юмай! Что происходит опять? Так, у меня, по крайней мере, батарейки на месте. Слушай, ну я бы хотел там вот это вот с ПНВ посмотреть на невидимых тварей. Лифт глючит, искусственный интеллект здесь есть. С ним, кстати, можно договориться, это одна из концовок. Так, ладно, пойдем. Не открывая двери, за одной из них может быть северная утка. Я думаю, здесь все-таки кто-то есть. И вот так вот бегать все-таки не стоит. Это карамелька, а не статуя, я попрошу. Это статуя. То, что какой-то там блогер назвал ее. Рептилию хотели убить колокольчиком. Колокольчик стал спавнить рептилий. Я-то, знаешь, вообще уже полгода где-то по SCP ничего нового не читал. Там что-нибудь прикольное появилось, нет? Ну, типа, какие-нибудь новые монстры, статьи.
Кольцо защищает от доктора, он ничего не может ей сделать. Magic Mushroom, я знаю, я это демонстрировал. Это демонстрировал во время прошлых прохождений. Так, таблетка. Таблетка делает что? Чат, напомни, я пока не буду ее применять. Это тоже какой-то SCP. Ты издеваешься сейчас, да? Так, ну мы не совсем туда пошли. Панацея. Таблетка лечит все. Хилка. Лечит от всех болезней. Это хорошо. Это значит, мы сейчас умрем, раз у нас такой хороший лут. Она делает хорошо. Зизи, спасибо за прайм. Так, по-моему, нам сейчас нужно идти сюда. СЦП радио правда, вот это весело. В игре оно есть? Я, кажется, кого-то слышу. Я, по-моему, иду неправильно, я, по-моему, здесь не был. Но, тем не менее, мы нашли что-то новое, по крайней мере. Или был? Лечит похмелье. Красная таблетка пробудит тебя, Нео. А, ясно. Я думаю, по опыту предыдущих, ну, версий игры, здесь был 173-й в этих коридорах. А тут вообще все поменялось конкретно. Поэтому, наверное, его тут нет. Я выход не могу найти. Стань зомби и съешь таблетку. Я бы так сделал, но я хочу отсюда выбраться. Я думаю, что когда я стану зомби, я уже не смогу ничего применять. Что ж у нас лифт так глючит? В этой игре вообще ничего не глючило, а тут внезапно лифт начал глючить. Во, отлично. Если ты станешь зомби, будет катсцена. Ну да. Так, ладно, с этим разобрались. Теперь... нужно не облажаться. Слушай, а где мне не может... Как мне вообще вот эти вот открывать, которые... ну, сканер, короче говоря, отпечатков. Мне типа руку какую-то надо найти? О, здравствуйте. Меня же сюда не пустят, да? Здравствуй, жопа, Новый год. Ясно. Искусственный интеллект не пускает меня к себе. Но типа с ним можно договориться. А, надо найти руку, я понял. По крайней мере, мы знаем, где искусственный интеллект. Можно успеть пройти. Нет, нельзя. Лифт частенько глючит. А тебе с ошибкой Memory SS повезло, что она не крашнула сейф. Но ты успокоил, конечно. Ну, спасибо, ясно. Так, там нас убили в прошлый раз. Мне нужен монитор. В первую очередь. Хотя, погоди. Не-не-не-не-не. Смотри, что мы сейчас делаем. Мы сейчас пойдем к боеголовке. Не заходя в ту комнату. Как с ИИ договориться? Я с ним договаривался в одной концовке, он нас выпускает. Вообще не испугался. Так, короче. Я, правда, не помню, что там делать. Не слушай, не бери колокольчик. Да я не собирался брать колокольчик. Пока не поставишь. Сейв, 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 сейв. О, тут нет сейва. Слушай, нахрена мне противогаз, если у меня этот есть? А, ну да. Надели бронежилет, теперь ходите немного вот это вот. Так. Удаленная детонация боеголовки Альфа. Выключена. Иначе нас правительство взорвет издалека. Они не смогут этого сделать теперь. В принципе, это все, что хотел, по-моему, искусственный интеллект, если мне память не изменяет. Но я не уверен. Мониторов там нет.
Ты на канале прошел на все концовки, да, но это было давно, там игра вообще другая версия была. В новых версиях тебе по-любому надо к ИИ. Чат, ну я же сейчас... А? Воу. Это не то, что нужно для хорошей концовки. Тут нет хорошей концовки. Да хватит уже, твою мать! Слышь, меня сейчас убьют. Я уже чувствую. Я не знаю, что это за лифт. Солдат уже здесь? Иди в тот лифт. Я слишком жить хочу. Где он? Где он? Ну пожалуйста! Ну пожалуйста, не надо вот этого все! Awesome choice, stranger. Офигенный выбор. Слышь, он отстал. Он реально отстал. Но мне, может быть, туда надо. Да я забыл про противогаз перепугу, ты че? Деда стеной ударил. Я не думаю. Я не думаю, что это помогло. Монитор, суки, дайте хотя бы один. Пожалуйста, я вас прошу. Боже, что так напряжно-то? Abandon Skype. После каждого скримера у тебя выражение лица истинного ценителя скримеров. Нет. Гвингата, Time of Cthulhu, Бахо, Зизи. Спасибо вам за саб-ресаб. Я уже не хочу идти в эту сторону. Куда мне идти? Тут кругом убивают. Что это было? Ну типа, ладно там. Ачивку дали ударить деду воротами. Ясно. Я не могу пройти эту игру сегодня. Не могу. Ладно, идем по стандартной методе. Блин, надо... Я не помню, как я поворачивал в прошлый раз, чтобы брать таблетку. 173-й, походу. Но да, да. То нажмись-то, срань. Ах, твою мать. А почему шепот был раз 173-й? Да я тебе говорю. Я опять комбо поймал, походу. Лифт, работай. Слава богу. Ну, а может быть и нет. Так. Ты когда бомбы офнул, не туда пошел, надо было к ИИ. Ты думаешь, после этого он со мной заговорил? По-моему, там еще что-то надо было. Еще генератора, по-моему, надо было включить, чтобы он с тобой, типа, начал общаться. Нет? Ладно, по крайней мере, здесь дорога безопасная, просто достаточно длинная. Да? А так-то в целом терпимо все. И бомбы не интересуют. Ну, в смысле не интересуют.
Здравствуйте. Это с какого-то перепугу. Слышь, чат, нужен ли нам этот кусочек бумажки для того, чтобы запомнить, что Мейнард 1585, нет? Скажи мне, на милость. Определенно. Бумажки не нужна, но мы же забудем. Дело даже не в том, что я боюсь, что вы забудете. Вы не забудете, вы начнете троллить. И потом, короче, запутаете сами себя, как это было уже не один, не два и не сто раз. Ну скажи, еще скажи, такого не было. Так, мне просто нужен монитор. Хотя бы один монитор. Вот знаешь, я сейчас нашел кучу лута, поэтому меня сейчас убьет какая-нибудь неведомая рандомная херь. Чтобы попасть к ИИ... так. Бомбы вообще не нужны, надо в Electrical Center отключить ремонт Door Control. Но для этого тебе нужно попасть сначала в административный центр. В административном центре все это отключается, после этого вернуться назад. Вот. Поэтому, соответственно, в общем, ты понял. Вообще карта интересная попалась, да, в этот раз? Согласны? Так, там искусственный интеллект. То есть событий много в этот раз поперло. Далее. Отсюда. Мы идем. Так, не сюда. Угу. Там омега-центр, потому что. Здесь у нас что-то тоже. Апни ПНВ до инфракрасных. Как я его апну, если мне нужно хер знает куда назад идти для этого. Что это? Глазные капли ревижн. Это чтобы подольше не моргать? Для чего они, не помню. Я же не... Я не применил же... Я же их хотел выкинуть, сука. Ну ладно, они все равно не больно-то нужны. Так, окей. Глянь и обессонников через ПНВ. Карта третьего уровня. Мне нужна. Так, эту карту я выкину, наверное. Капли для ночного видения. Чтобы глаза красными не были. Долго еще стрим будет идти? Да пока идет, типа. Там разберемся. Так, кто-то рыгнул, окей. Чуть сознание не потерял. Это от газа. Я понял. Так, нам нужно выбраться отсюда. По-любому. Этот лифт мы отсюда не вызовем. Окей. Соответственно, мы сейчас пойдем туда. Подожди. Я в прошлый раз оттуда попал не сюда ли? А нет, вроде. Welcome. Даргек, спасибо за тирван. Спасибо большое. Какая-то большая база попалась. Я такой след крови где-то видел. Ящерицы бессмертные уже вели. Опоздать. О-о-о! Мы попали на зону для персонала. Все запомнили дорогу? Потому что я уже заблудился опять. Мишка! Опасен. Так, судя по тому, что у нас вот это вот, нам с вами сейчас, судя по тому, что дверь открыта, меня сейчас застрелят оттуда. Remaining survivors are advised to stay in...
evacuation shelter or any other safe area until the unit has secured the facility. The status quo has come out when the escaped SCPs have been recontained. Я просто надеюсь, что сейчас не будет 173-го, потому что это будет дичь, если он будет здесь. Есть! С этим новым модульным дизайном зоны и всеми улучшениями, которые мы сделали, нет никаких оснований беспокоиться. Так. Я тысячу раз говорил, так, неважно, короче. Что мне там нужно делать для того, я на всякий случай еще раз посейвлюсь. Основное электричество, запасное электричество, удаленное управление дверьми. По-моему, надо включить, да? Да? Нет? Что мне нужно сделать? Игра определенно стала живее, нету долгих блужданий тихих. Таких и раньше не было. Чат, что мне нужно сделать? Ты дверь не закрыл. Так, все, мне нужно возвращаться сейчас. Я вроде все правильно сделал. Правда, осталось вспомнить дорогу, по которой мы можем к нему попасть. Так, я включил же, да? Я включил? Так, реклама. Теперь можно к ИИ пройти. Да, это я помню, просто не помню, что там с дверями делать. Свет офни. Мишка не опасен, насколько я помню. Ну, может быть, он и опасен, конечно, но, по-моему, он не опасен. Вроде как я все... Вроде как я все норм сделал. На мой взгляд, конечно. Не опасен Панкетер. Я же отключил эту хрень. Мишка просто может собрать Мишку из всего остального. Вернуться назад сейчас будет довольно проблематично, насколько я понимаю. Все, тебе жопа. Не-не-не, не надо меня так рано списывать со счетов. Смотри, я контролирую процесс. Видишь? Видишь? Боже, какой... Какой узенький костюм. Я не беру колокольчик, даже не просите. Если что-то куда-то с трудом лезет, то... можно либо... смазать это дело, либо... надавить. Забей. Я ничего не говорил только что. Где периферийный прыгун, я его не находил. И это очень хорошо, потому что я бы сейчас задергался. Так, Гоша, открывай. Компьютер. Так, подожди. Сенс, что с тобой? Человек, слушай внимательно, тебе нужна моя помощь. Мне нужна твоя. Ты отключил удаленное управление дверьми, теперь я могу, не могу управлять дверями. Это сильно мешает мне контролировать комплекс. Также значит, что твой путь отсюда закрыт. Твой единственный осуществимый способ выбраться — выйти через выход Б, который сейчас заблокирован. Однако я могу открыть выход Б, если ты снова включишь удаленное управление дверьми. Если хочешь выбраться, то вернись в комнату управления дверьми и снова включи его. Please remember to stay inside the evacuation shelters until the facility has been secured. However, could unlock the doors to gate B if you re-enable the door control system. If you want out of here, go back to the electrical room and put the tech on. Until then, I have no business speaking to you.
Так, мне нужно вернуться в комнату управления, верно? Минус суши, да. И снова включить. После этого сюда уже возвращаться не нужно же будет, вроде как. Пойдем пока осмотримся. Все не нужно, потом на ворота Б. Но ворота Б еще надо будет найти, ты понимаешь, да? Эй-эй, земляне! Олд-сенсей, спасибо за 14. Спасибо тебе большое. Деда уже не тот. Деда сдает позиции. Мы неплохо справляемся, на удивление. Ракету отключи. А надо ли она нам? Реклама. 4 минуты назад была реклама. Если кто не в курсе, ну, сегодня довольно много людей. Мы с чатом договорились, что чат сам просит рекламу, когда ему не западло. Потому что мне без вашего разрешения включать как-то, ну, так. Вот. Поэтому у нас своеобразные отношения такие. Чат, как бы ты назвал эти отношения? Не отключишь ракеты, тебя взорвут. Найди край карты. Да мне кажется, что тут края нет. Почему-то мне кажется, что оно все процедурно генерируется. Противогаз — топовая штука вообще. Ну да, как бы. Что это за люди? Есть несколько версий. Что это такое? Мы попадаем через этот шлем в какое-то параллельное измерение, где нас никто тронуть не может. Как думаете, дед ушел, нет? Я не хочу к ним подходить, потому что есть подозрение, что меня убьют. Не подходи к ним. Да я и не собирался. Через ворота А только хорошая концовка. Да хорош, хорош вот это начинать. Здесь нет хороших концовок в принципе в этой игре. Да, ушел. По мечи. Хорош. Если это прочитает Артур, то я гей. В смысле, только если я прочитаю. Или чтобы я знал просто. Деда. О, боже мой, что происходит? Мне кажется, у меня матрица потекла. Я не помню дорогу назад и сейчас. Мне надо сохраниться, потому что я не чувствую себя очень хорошо. Так, куда мне идти? Сюда. Тут у нас сейчас может быть солдат, аккуратно. Так, солдат уже мог куда-то сюда уйти. Сейчас мы с ним столкнемся лоб к лбу. Нос к носу. Двери закрыты, значит, они здесь не проходили. Слышь, мы постепенно приближаемся к выходу. Я слышу телефон. Все, отлично. Вот то, что я дверь забыл здесь закрыть, это плохо. Так, нащупываем попой, окей? Он не сможет открыть эту дверь. Соответственно, он, пока мы там будем переключать... Он открыл дверь! Мама... Ух, твою мать, да кто же это делает-то? Что-то всрался. Да я уже раз сто на самом деле. Так. Что, твою мать, происходит? В узком коридоре я с ним точно не разминусь.
Ладно, я посейвился. Не, дверь он открыть не может. Да вроде все спокойно. Свет выключить, если. Зачем? Зачем нам выключать свет? Туда ушел, походу. О, сейчас говна наедимся. Ей. Привет. Я не знал, что эта штука теперь умеет шириться. Что она умеет делать? Что эта штука умеет делать? Чат. Так, стаканчик. Пустой стакан. Я даже не помню, что это за хрень, на самом деле. Только... Турик? Не лезь, она тебя сожрет. Строго запрещается запрашивать что-то, кроме напитков, употребляемых людьми. Так, подожди. Вот. К. А, подожди. У меня что-то не получается. Или все нормально? Секунду. Из раскладки, что ли? А, окей. Я заказал пиво. Если что. Что-то как-то оно по-другому работает теперь. Вот. Ага. Так, ну, мне на самом деле пока не сильно нужно пустой стакан. Чат за тебя. На вкус обычное пиво. Водку с пивом. Водка без пива, потому что деньги на ветер. Угу. Так. Шо? Так, что бы еще заказать? Вискаря, короче, полирнем. Чурик. Что-то как-то даже не прочувствовал. Каждый день пьет, походу. ЛСД не умеешь? Ясно. Мечта алкаша, да? Дерьмо. Я не собираюсь это пить, в смысле? Алёшка, иди сюда! Я тебя покушать принёс. Ладно. Что происходит? Все, он тебя зовет. Подожди, я еще не наелся. Так, курлык, курлык, тебе и дверь открыл. Да я понимаю. Регвид? А ну давай. Чумак. Нет.
Я же правильно вел? Пишите по-английски, что вы хотите. Крови хотите? Ну, чат типичный. Он не опасен. А чё ж у меня так в висках-то заколотило? Борща. Борща бы сейчас. Ну ладно. Лавы хочешь выпить? Ой. Я думаю, мы сейчас умрем. Ладно, ладно. Так, был найден мертвым. Внутренние органы и полости рта пострадали от многочисленных ожогов 4-й степени. Слабоумие и слабоумие. Были следы расплавленной магматической породы в желудке. Чашка из полистирола была распорожена. Так, ясно. Это было умно. Это было просто умно. Так, что еще попробовать? Трук, трук. По звукам ты прям за дверью здесь. Если он здесь, то он нам не даст снова сделать вот это вот. Ясно, ясно. Да, сука, ты чё там у тебя в жопе... Якорь, что ли, я не пойму. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, то, что ты сейчас тут стоишь. Но, пожалуй, я просто хочу еще немного это... попробовать всякие там вещи, поэтому до свидания. То, что сенса ломается, конечно. Да он застрял, походу, да. Так, что мы еще хотим, чат? Пиши. Сейчас доиграется. Подожди, а я включил, нет? Ладно, мы сейчас все равно убьемся. Я рычаг ты дернул, нет? Да? По-моему, нет. По-моему, я панично забежал и сохранился. Ладно, мы сейчас все равно умрем. Достижение разблокировано вне зоны действия. Окей. Так. Эсид, ну понятно, что это кислота и примерно то же самое будет. Так, кола. Сперма, чат. Тебе вообще самому стыдно бывает иногда, нет? Голодная свежая. Ей. Конечно, так пишется, по-моему. Ясно. Какой кум? Я не знаю даже, зачем я это... Блядь. Вот она, ваша сперва. Ни за что. А, ясно, ясно. Да, выкинь ты ее, выкинь, не бойся. Белесая жидкость какая-то, странно, очень странно. Так, далее, семена, я думаю, примерно то же самое. Что тогда еще тут может быть? Урина. Нету урина, плохая игра. Так, что такое год? Типа, бога выпить? Вы что, наркоманы? Я сейчас бога выпью. Разливай, разливай, типа, нормально. Ау, мои уши. Так, хорошо. После того, как разведка была послана, все в радиусе 30 метров от страны энергетической сферы исчезло, предположительно являясь сингулярностью.
Она постепенно размагнитилась и распалась. Сотрудники фонда до сих пор не могут понять причину данного события. Боже, я что-то так всрал. Так. Окей, давай сохраним. Повернул рычаг, повернул. Типикал чат. Так, вроде все попробовали, что хотели, да? Год раньше был напиток бессмертия. Так бог есть. Спасибо тебе, Феникс, за 22. Я тоже с Новым годом. Тебя что-то нет? Вот это вот вся тошнота в чате, она для тебя, понимаешь? То есть чат тошнит сейчас для тебя. Потому что чат волнуется от того, насколько ты красивый. Чат, ты никак не наиграешься с этой штукой? Ну давай, 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 окей, давай. А дьявола нет, понимаешь? Так... Бюк. Нет. Пейн. Что-то у меня мышка уезжает куда-то. Нет. Сатан. Брейн? Я надеюсь, это не мой мозг. На вкус слегка соленый, прохладный, водянистый. Я не должен был это пить. Так, хорошо. Что еще интересного там скажет? Тестос, это понятно, что нет. Undead нет, Бэтмен нет. И это уже не то. Антиматтер. Тима. Антиматерия. Нас сейчас опять взорвет. Да, должен быть какой-то напиток, который сделает нас бессмертным или что-то в этом духе. Есть, нет? Что-то такое, амброзия? 210 миль испаряется. Прикинь, разнесло на 200 миль все вокруг. Прикольно, прикольно. Так, все включено, что надо. Кумис. Лайф, мана. Короче, чат не знает, походу. Амброзия. Ну, может быть, может быть. Иди сюда, пупсик. Иди за мной. Ты меня хочешь отвезти куда-то, да? Куда ты меня хочешь отвезти? Не знаю. Все, сейчас, сейчас дальше пойдем, народ. Мне уже надоело. Чим бессмертие. Серьезно? Я тут выдохся немного. Я думаю, меня, как обычно, короче, прокинули сейчас. Какой-то не смерти. Э? Нет таких слов на любом человеческом языке, чтобы описать вкус этой жидкости. Это шоколадное молоко, что ли? Давай подождем немного. Я сейчас умру, походу. Иммортality. Рассол. Мне что-то не очень хорошо. Я сейчас уеду. О, меня уже крыть начинает. Имор... А, подожди. Имор... Та... Ли... Не работает. Там реально Эстус есть. Куда у меня мышка уезжает постоянно, интересно? А? Это нормально?
Так, я подхилился только что, потому что вы своим чимом меня чуть не убили только что. Так, последнее, что я хочу, короче, это секс. Ну, в смысле, звучало как-то так. Милк пишет, что Immortal, веди, пожалуйста. Так. Immortal. Я же все правильно ввел? Чим дает бессмертие на 100 секунд. Я думаю, что я не буду с собой Эстус брать, потому что... Хотя ты знаешь, он может помочь, на самом деле. А? What? Yes. Туз. У меня мышка просто уезжает куда-то. Водка была уже, да. Мы уже все, что можно, выпили. Причем мышка уезжает только здесь, на автомате. Это, походу, баг какой-то. Иисус. Это я, наверное, про Хесуса вспомнил. Снова возбудился. Так, простите. Мне не нужен этот противогаз, на самом деле. Где-то рядом солдаты. Ей, меня сейчас... А это не солдаты. Стекло мой. Подожди, может быть... Может быть, мне пару с собой взять? Это же будет слишком изи, да? Где-то здесь мы сейчас найдем кабинет, от которого код должны помнить вы. Но вы, конечно же, уже забыли. Эй, ребят, тут есть кто-нибудь? Что происходит? Почему все так плохо работает? Шприц? Для чего нужен шприц? Сделал себе инъекцию и почувствовал легкий прилив адреналина. Я думаю, не лучшая идея колоть в себя все, что видишь. Oh, no. Но я... Ох, как эта комната ломается, это пипец. Нахуй, ну в смысле нахер идти? Игра начала ломаться, как только мы вот это вот... Слышь, но он зовет меня. До свидания, короче, до свидания. ПНВ помог. Слышь, а там в комнате типа... А, это ты. Не вопрос. А ты за мной придешь? Ау! Доктор! Слушай, он, по-моему, прям жаждет выбраться. Это не выход 2. Так, в эту сторону больше нечего делать. Как хорошо, что я по-быстрому сообразил. Эта комната ломает все вокруг. Иммортальти не пробовали? Пробовали. Может быть, я, конечно, и моральность вел. Подожди, здесь трава сейчас будет, по-моему, нет? Если я все правильно помню. Блин, чувак, дурь. Так, хорошо. Зачем мне эти шприцы нужны? У меня, короче, уже столько всякого разного. Чувак, да это отличная дурь. Это бесполезная штука на самом деле. Но это тоже СЦП. Карта доступа 5, как и у меня. Ну, донули немного, но окей. Без нас. Так, 5 уровня, я понял. Ох, но! SCP-106, живая вода, попробуй. Да уже, типа, стоит ли назад возвращаться? Слушай, у меня столько хилов на самом деле, ты посмотри. Да, да. Welcome. Мне, типа, нужно ввести на этом SCP-106? Слушай, я могу 173 выйти? Кстати говоря, я SCP-то не пробовал вводить.
Тихо, спокойно. Навигатор выброси. Да я мог его починить, но да, на самом деле уже давно пора его выбросить. Рип. Чуваки, вы понимаете, да? Что мне сейчас... Немного не до того. Надо его загнать в ту комнату, чтобы он больше не возвращался. Рук Макту. Так, пока что немного закроем дверь, потому что... Мне нужно открыть эту дверь. Теперь ждем, пока он откроет эту. Я вообще сохранюсь, ты знаешь. Он как раз сейчас пока сюда проникнет, возможно. А я успею посейвиться. Я не знаю, что с этой хренью делать. Которая меня заманивает, вот эта вот маленькая глазастая штучка. Амнезия, Quantum Gas, Carbon, Horror, Happiness, Monkey Island Grog, Something Will Destroy, SCP-682. Вид, все это работает. Так, 682 это дед. Я не успею уже, но я типа могу пересидеть. Пауза же не поставится, да, в этот момент? Пока я буду печатать. Очевидно, нет. Так, я не успеваю. Я бы успел, на самом деле. Яху! Где муж? Ладно, допустим. Говорят, кстати, один чувак писал, что у тебя есть автомат с бессмертием. Я знаю, не, я хотел ввести 682 и чу... А, это же этот, бессмертный, короче, ящер, который никак нельзя убить. Он там как раз наверху сейчас все разносит, поэтому грохот такой стоит. Опять Омск. Не надо оскорблять Омск, окей. Рекламы не было уже полчаса, да. Мы типа только посейвились, давайте посмотрим, что будет, если подойти к ним вплотную. Ну понятно что, но как это будет выглядеть? Уфа, возможно, возможно. Привет. Муа. У него такие зубки. Ясно. Он должен был посмотреть, потому что мне бы это не давало покоя. Всему персоналу, расположенному в эвакуационном убежище LC-2 во время катастрофы, были введены амнезиаки класса в связи с инцидентом. Субъект класса D, участвующий в допусковой уровне, будучи расстрелянным. Странно. Что-то амичи не любят, не идут на контакт. Так, я так понимаю, сейчас у меня дед по-любому вылезет. Против деда, значит, у меня ничего нет. Да мы шутим насчет Омска, чувак, не переживай так сильно, окей? Там ввели список, я правда уже... Чувак, если можешь, повтори свой список того, что тут можно вести интересного. Там можно вести спойлер и услышать диалог из концовки. Не, этого мы делать не будем. Что началось-то опять такое, ну? Так, ну, для начала карбон, но это скучно. Каебон. Карбон и насыпал туда. Амнезия? Амнезия может быть смешно. Ой, я не то выпил. Так, ясно. Тяжелые ожоги третьей степени. Угу. Кристаллическое вещество. Ясно. Савка, совка-совушка, спасибо. Спасибо за 2 месяца.
за комментарий. Подмен академика по 700 месяца. Отметь шоколадным молоком. Угу. Так. Мем, надо вести клей. Я не знаю, зачем нам нужен клей. Виагра попробуй. Чат, вы вообще не устаете от этого, да? Как он не устает вот от этого. Чим бессмертие. Да, но типа он все равно сможет меня забрать свое измерение. Быстрее, быстрее. Где, да? Денель, это ты? Что ты делаешь? Это отсылка к игре Амнезия, а не то, что вы подумали. Что он сквозь стену хочет ко мне пройти, по-моему? Че так все ломаться-то начало? Надо, по-моему, перезагружать игру. По-моему, он не может меня здесь забрать. Так, ладно. Это что, походу, реально не может меня здесь? Ясно. Он сдался. Меня прет от этого напитка. Буга гада. Ясно. Так, теперь. Чё? Типа не кончается. По-моему, потому, судя, что у меня зрение начало двоиться, мне не так уж и хорошо. Так. Life — это хилка. Да у нас есть хилка. Love. Love. Так. Блин, мы над этой штукой сидим дольше всего. Немного любви. О, гачи. Соси все, что ли? Так, я кончил. О боже, уже надоело опять. Давайте пойдем дальше, чат. Half-Life 3 разлей. Так это же типа шутка? Или ее реально тут можно вести? Рейдж есть еще. Колд, неинтересно. Храбрость, у меня и так ее полно. Пока, короче, мы тут вот отдупримся, я думаю, сейчас солдаты сюда придут, и я никак не смогу пройти мимо них. Там зачистка сверху идет, а я снизу поднимаюсь. Мы где-то в середине должны встретиться. Ктулху, нет. Так, как там, чё? Рейдж? Угу. Ярость. Кноулич. Знание, типа. Так. Бомбанул! Слышь, хватит писать вещи, которые меня убьют, окей? Десятихвостая лиса обнаружила обезглавленный труп. Среди значительного количества крови, тканей и фрагментов черепа медицинский персонал не может определить причину смерти. Так, все, Half-Life 3 уходим. Уже надоело. Something to destroy SCP-682. Да я понял, ну типа слишком длинная надпись. Но вы ее спамьте, окей, потому что, чтобы я ошибку не допустил. Мой английский is very good. Какашка. Да он нас тут не достанет, смотри, он не может этого сделать, он не умеет. Something. Так, для начала knowledge. No. Ой. Знание. Оно меня разнесет и убьет. Сейчас я уже слышу по звукам. Я знаю про спойлер, да? Он не может сюда попасть, он сломан. Мне нужна помощь SCP-079, если я хочу выбраться через выход Б. Или же что-то, что позволит мне выйти через выход А. Окей.
Так, стоим, ждем, чтобы он отсюда не выбрался, он сейчас опять оттуда попрет. Ага. По-моему, он вниз пошел наконец-то. Так, Half-Life 3. Ты начинаешь бесить, короче. Так. Подожди. Half. Подожди, тут нету этого. А, все есть. Half-Life 3. Ясно. Something. Сометхинг ту дес, блин, да, мышка уезжает. Дестрой СЦП 682. Не, я не знаю, оно не пишется даже. Я пойду, пожалуй, ребята, окей? Ты пробел пропустил, когда Half-Life 3 вводил. Сначала я немного себя заберу. А потом... Half, смотри, чат. Half... Почему так неудобно? Half... Life пробел 3. Видишь? Пробел 3. И без девиза. Без дефиса ты хотел сказать? Стакан абсолютно пустой. Это жестоко, чат, жестоко. Так, все, умираем. Я съел себя. Окей. Все, я ухожу. Все. Чим мы уже пробовали? Его по второму кругу начинаете. Лучший напиток, что я когда-либо пил, да? Так, все, все. Я не могу уже тут находиться. Меня уже начинает подбешивать. Мне тут реально час сидит. Ну, не час, но минут 30, наверное. Хайл 2 это рабочий вариант. Не, я тебе не верю. Something... Да, оно типа как бы там не видно даже, что вводится. Короче, забей, забей. Мутагенов, сука, ты просто нарываешься, да? Ладно, короче, раз тут появляется дедушка, а поднят... Ой, спуститься он к нам не может. Давайте попробуем ввести. То есть сам шанс сегодня благоволит вам. Ты не водил? Так, смотри. Со-ме... Мышка. Со-ме-тхин-г. Ту. Де-с-т-ро. Something to destroy. А, something that will. Хат. Вил. Я не знаю, что там вел. Придется по новой. Тхат. Да куда ты, твою мать, уезжаешь? Вы бы знали, что с мышкой. Подожди, мы долго будем водить. Тхат. Вил. Дес. Т. Ро. Дестрой. С. С. П. Пробел. 682. 682. Не знаю, народ. Не знаю, короче. Все. Реально, мы уже практически все попробуем. Кастус дринк лечение. У нас есть уже одна хилка, только мы. Куда мы ее дели? Внезапно, внезапно. Переделываю. Да я не буду больше писать это дичь. Вы бы знали, как это болезненно. Сдавайся, дед, сдавай. Да подожди с маской. Я хочу, чтобы он ушел. Я хочу посмотреть, такое вообще возможно.
Не, походу нет. Я уже достал и маска тоже. Введи просто 294. SCP 682 введи просто. Да все уже, пойдем, ну серьезно. Это никак не влияет на концовку, я уже хочу найти то, что мне нужно. И я, кстати говоря, что-то я тут выкинул, да, по-моему? А что я тут выкинул, я не помню. Спит меня взорвет. Я уже не помню, что тут... Что тут где? Вон там у нас, по-моему, зомби, да. Ага. Ты не можешь покинуть Омск. А, противогаз, так он тут уже и нахрен не нужен. Так, там мы траву покурили. Пока что не факт, что нам туда нужно, поэтому мы туда не пойдем. Надо было вообще выключить электричество. Но с другой стороны, мы бы в темноте шарахались, это было бы неприкольно. Я знаю, да, модератор, я знаю, что чат еще будет полчаса просить вести то-то, то-то, но... Это то, что я думаю? Нет, это не то, что я думаю. А что это? Э? Зайти в кафетерий и взять пиццу, исправить ошибки в серверной B1, очистить покашона от дерьма. А, ясно. Это серверная? А тут что? Ставили ключ-карту, ничего не произошло. Хм, любопытно. Что там за новый SCP в Стиме? Там какая-то полусырая хрень, пока что вроде говорят. Так, в серверной, короче, ничего нет. Это просто комната для атмосферы, я так понимаю. Но зато сюда можно загнать, скажем, 173-го. Потрогай комочек, мы уже трогали. Да не, никакого сабмода. Все нормально. Мы очень близко к выходу, по-моему. Вот тут могут быть солдаты, раз тут дверь открыта. О, туалет. Раньше? О, господи, раньше такого не было. Зеркал, конечно, нет. Жаль. Он стекло выбит. Да, да. Я знаю. Так, ну этого тоже не было. Ну это типа бесполезная комната пока что на данный момент. Слышь, мы, по-моему, около выхода Б. Ты же по-прежнему сломанный, да? Да, ты сломанный. А? Так, первый уровень доступа. Не... Да, это выход Б. Мы можем выйти уже прямо сейчас. Мы можем закончить игру. Но у нас еще есть минут 40, так что... Вы уточку увидели? А, вот она. Хорошо, чат. Пока что не идем туда. Мы не нашли еще кабинет, допустим. Раньше, кстати, в первых версиях вот эти комнаты были. Мы вообще еще такой пласт игры, там, помните, где вот эти вот всякие газовые комнаты? Вот этого всего не видели. Куда оно все подевалось? Гоу на выход. Подожди. Любопытно. Я думаю, что тут потом что-то добавят. Есть такое мнение. Годы, моды. Зачем ты это пишешь? В чем прикол с уточкой? Это тоже SCP. Сколько там? По-моему, нет. Если выпустить маску, то труп ученого с тентаклями появится в одной из офисных комнат третьей зоны. Так маску мы, походу, уже пипец где пропустили. 1585. Но это не та комната, там должна быть вывеска. Ага. О, твою мать, я в этой комнате ни разу не был.
А как мне в нее попасть? Мне ключ нужен? Это дверь, которая ведет в темный лес. Как мне в нее попасть? Тропа внутри. Так. Как только любой человек ступает... Подожди, чё? Через ноуклип не пройдет. Нужен особый синий ключ. Как только любой человек вступает в эту дверь, автоматически закрывается. Изнутри дверь будет вделана в бесконечную бетонную стену и заперта. Попытки сотрудников, находящихся снаружи, выломать дверь не дали успеха. Попытки выломать изнутри привели к данной удалены. Тропа внутри обычно приводит к другой двери, сделанной в бесконечную бетонную стену. Эта вторая дверь выходит в то помещение, куда обычно вела дверь. Так, сотрудники сообщали о различных аномалиях. Так, был найден на рабочем столе. Шкафчик, где находится объект. Так, блин, подожди. Запись камер наблюдения. Слышь, нам походу это желательно бы найти. Вон оттуда мы можем сюда попасть, кстати говоря. Портал в Дарквуд, кстати, да, очень похожее место. Блин, опять не подошло. Закрой дверь вторую. Нет, это так не работает. Спауни ключ. Я, во-первых, не умею, во-вторых, мы пока что еще у нас есть куда пойти. Я вообще против читов. Тем более, что игра так ломается. 7500-7681. Не, слишком очевидно. И сейчас народ обидится, что я не попробовал. Хотя я знаю, что это не подойдет. Вот как ты так-то? Так, ладно, а там у нас... Выход, верно? Да. По женскому туалету. Как видим, женский туалет, значит, мы в шоколаде. Какая сейчас в игре версия? 3.9. Доктор Харп. А у нас Мейнард. Гирс. Мейнард. Так. Наконец-то пригодилось. 1.5.8.5. В смысле, ох, нового, мы добились очень многого, игра. Так, окей, бронежилет пригодится. Надели бронежилет и чувствуете себя немного скованнее. Мы теперь вот так поворачиваемся, как танк. Не можете носить больше предметов. You made it so easy, nice work, foundation. А что если северная утка тоже СЦП? Не надо, ты прям подо мной это делаешь. И чё, и всё, что ли? А, нет, смотри, там ещё переписка какая-то. Деда. А, звук не исчезает. Чё-то я знаю про противогаз, но серьёзно. А? Он там один, и он какой-то стрёмный. Нет, они просто такие. F5. It's out. Proceeding. Что это нам дает? Это нам ничего не дает вообще. Мы сюда только за противогазом ходили, получается. Ой, за бронежилетом. Компьютер мы войти не можем. Больше здесь ничего нет. Твою мать, это того не стоило. Я понимаю, что тут по рандому может всякое выпасть, но у нас ничего не выпало. Что опять с этой игрой не так? Япона, мать, что? Что с тобой происходит? Пойдем посмотрим, что там. Может быть, мы там ключ найдем где-то. Так, я надеюсь, ты починишься сейчас. Ага, мы, кстати, вот я про это место и говорил. Так, мне надо перезайти в игру, потому что это уже какой-то пипец. Это уже реально какая-то дичь. Маска ломает игру, да. Ты видишь сквозь стены, да. Сейчас пойдем на выход, подожди.
Я тут, кстати, как-то ноуклипом залезал в одной из комнат, все разрушенной дедом. Короче, сходим сюда по-быстрому, потом пойдем на выход. Окей? Мне нравится. Что за звуки? О, комната содержания. Нет, и неуничтожимой ящерицы, короче говоря. Это не баги, это новый СЦП. Хорошо. Так, и что у нас здесь имеется? Ничего особо. Подожди, что мне эта записка вообще дает? Вы сделали это таким легким, отличная работа. Так, здесь про ящеров и все. Это не баг, это фича. Хорошо, как скажешь. Вот это место, оно вообще не изменилось с первых версий. Тут ничего нет в этой комнате. Тупо ничего. Через эту комнату просто можно пройти. Давай через ноклюк посмотрим, все равно прошли уже. Подожди, я тут был? Да, я тут был. Гроб. Гроб, на который смотреть нельзя, но рядом с ним что-то там годное лежит. Типа долго смотреть на монитор нельзя, иначе тебе сразу вилы. Он убивает тебя. В этом гробе находится... Так ведь надо деда запереть для норм концовки. Сука, ты издеваешься. Что там? Что там такое? Я понял. Сейчас дед придет. У нас есть средства от деда. Кстати говоря, по-моему, дед сразу уходит, как только ты вот это вот делаешь. Ну, то есть он такой... А, он опять туда ушел. Гробу Гитлер. Сам гроб вроде можно. Нет, нет, нельзя тоже, по-моему. Как достал этот дед. Так надо было запереть, но игра сломалась там. Это же очки ночного видения. Так у меня есть уже такие. Я когда очки ночного видения надеваю, смотри, как проработано. Это тоже считается за монитор. И я... Меня начинает плющить, прикинь. То есть я как бы смотрю в монитор. На сам гроб можно смотреть. Окей. Хорошо, как скажешь. О, после маски все ломается. Я понял, я туда уже не хочу. Слушай, мы возвращаемся в то место, где мы были. Да. Отсюда мы возвращаемся в те места, в которых были. Ладно, пойдем на выход. Я лучше загружусь даже, короче. Оно все равно не починилось от этого. У Харпа пароль 7816. Блин, мне надо загрузиться будет, потому что это вообще дичь. Давай к ящеру через стену прилетим. Так, подожди. 7816. Сценарий конца света. Хорошо. Что у нас здесь? Агент Скиннер и агент безопасности Керри заступили на утреннюю смену дежурства. Здесь написано, как оно все произошло. С чего все началось? Так, у меня уже две аптечки. Это уже перебор, на самом деле, учитывая, что у меня вот это есть. А шприц я вообще не знаю для чего. У меня три аптечки при этом. Скиннер, это не тот Скиннер, который из секретку потерял. Не начинайте. Просто совпадение, не более. Кстати, это нам не нужно тоже. Звук кодового замка из Пенумбры. Нет, это звук кодового замка из бесплатных библиотек. Так, я посейвлюсь.
Так, чат, что я хочу сейчас? Я хочу... О, боже мой. Так, я во-первых, гружусь. А пока я гружусь, короче, вот тебе рекламу. И теперь скажи мне, как, с помощью какой команды мне можно заспаунить себе ключ от того странного леса? Если можно, конечно. Но вы, скорее всего, не знаете, поэтому мы облажаемся там. Но я сейчас просто через ноуклип, или как тут называется эта команда, попытаюсь перелететь в ту комнату и посмотреть, что там. После этого идем на выход, окей? Так. Не то, чтобы прям починилось, короче. Да. Ты хочешь включить ПНВ на перекрестке? Подожди. Сейчас, короче, я все сделаю, так сначала мне нужно вспомнить, где вообще эта херь. Так, тут туалет, там уже выход. Реклама сломана. В смысле? Из игры полностью надо выйти. Да я знаю, но я типа хотел как-то, ну, в общем, оно не вышло. Рекламы нет. В смысле? Ну, она типа, самое главное, что у меня запустилось, так что не парься. Ой, у меня ноги затекли. Ключ находится в деревянной шкатулке в своей камере содержания в хранилище объектов класса безопасный. Там же, где находятся камеры содержания SCP-714 и SCP-1025. Чтобы попасть туда, нужна ключ-карта третьего уровня. Слышь, я сейчас тупо не найду проход туда идти, серьезно говорю. Я там такими лабиринтами ходил, что я сейчас не выйду. Самое главное, что мы этот... О! Там вроде написали. Spawn item. SCP-860 или 680? Что-то определись уже. 860 вроде. Или 680. Ясно. Просто я как бы я могу на выход пойти. Мне хочется вам побольше показать. Игра-то прикольная. А чё не Нир? Нир вчера был. Мы его сегодня играли час еще до этого стрима. Так... Подожди, а как консоль включить? Она у меня тут как бы включена. А, нажав F3. Так. Спавн. Подожди. Вы убрали. Как оно, слитно или раздельно пишется? Спавн. И тем. И да, я на самом деле не так читаю. Подожди. Спавн и тем. SCP-860. Предмет не найдено. Я вроде все правильно написал. Ну-ка, spawn item 680. Предмет не найдено. Может быть, без дефиса? Так, 680. Предмет не найдено. 860. Синий ключ вызван. Спасибо. Все, короче, мы сделали. Синий ключ вызван, но где он? А вон он лежит. Так, у нас две аптечки, она нам явно не нужна. У нас Эстус тем более есть. Достижение разблокировано, синий оттенок. Это было очень сложно, но мы это сделали. Читер, да. Именно что так. Теперь осталось вспомнить, куда здесь идти, чтобы эту хрень открыть. Надо было сохраниться, на самом деле. По-моему... Сюда, что ли? Не, здесь серверная, да? Ага, да. Ноуклип, он офф. Да нет. Ноуклип нам не нужен. Там выход. Здесь, подожди, или здесь выход? Я уже заблудился, честно скажу. Я уже подустал просто, поэтому заблудился. Вот тут точно выход. Я ту комнату просто знаю, я тут столько раз уже был. Чёрт, куда мне идти? У меня мозг отказывает. Пойдем в офисы. Где-то здесь, видимо. Не помню, серьезно. Не тут? А, вот оно. Вот оно. Матано! Аеста!
Вау, я тут ни разу не был. Это реально Дарквуд. Вот именно так я его себе представлял. Кто там? М? Я что-то давно не пугался, кстати говоря. Сколько в этой игре всего? В этой игре всего на 10 игр хватит. Тут стрёмные звуки, пойдем сюда. Мы в жопе. Йода? Йода тут. Читаем на паузе, как хотите. Я не знаю, как вы это на стриме будете делать, но я манал. Дагу бада. Люк. Маленький звездюк. Я должен бежать отсюда. Мы сейчас умрем. Я выдыхаюсь постоянно. Слушай, может колоть себе адреналин и бегать, как дурачок. Выход. Где? Говорили, что, блин... Вообще не испугался. Так, давайте сразу сохранимся. Из этой хрени вообще можно из этой хрени выбраться, нет? Бежишь как девчонка. Так, получи. Я не вижу как девчонка, у меня просто есть рефлекс. Шприц пустой? Нет. Я не знаю почему, но по-моему на меня не так сработало, как могло бы. Давайте просто, короче, ходить аккуратно. Я ключ не взял. Ёб твою дивизию. Боже, я реально уже подустал. Ну ладно, хотя бы недалеко. Если сейчас сраный дед не придет. Не надо, 173. Тебя, но не надо. Ай. Я же мог... Ладно, читаем так уж по-крупному, верно? Я просто хочу отметить, что саму игру мы прошли без читов. Мы просто всякие доп. Возможности смотрим. Так, нужно ли это делать, или сейчас опять игра сломается? Здесь, скорее всего, есть просто правильная развилка, только я не туда пошел в этот раз. Ими броник. Да, я с ним намного быстрее выдыхаюсь, кстати говоря. Я-то думаю, что я так быстро выдыхаться начал. Так, в прошлый раз мы пошли направо. Нет, не пошли направо в прошлый раз. Йода! Магистр Йода. Это первый раз, когда я увидел нового монстра. Ну, не первый, но, типа, сегодня много нового было. Но это была какая-то дичь. Три налево, один направо. Спасибо, чат.
Ты меня убил только что своими 3 налево. Я даже не знаю, зачем я тебе поверил. Чат, не надо спавнить 3 налево, 1 направо, потому что хорош. Ну-ка, не. ПНВ? Чё ПНВ? Вы падаете сквозь землю, мудилы! О, скухана! Здесь находится, пошли на выход. Мне это все достало, короче, кругом говно и все идиоты. Так, помимо подвижности, 66-й автоматически сдает ноты и эффекты в присутствии любого человека, независимо от того, взаимодействует ли он. Ага, ясно. Не стоит того она. Кукушанка, 30 секунд, он тебя найдет, минуту он нападет, найдя предмет, который тебя ждет. Монстр тут же пропадет. Это было страшно, кукушанка. Все, пойдем, короче, отсюда, окей? Гадмод? Да не. Мы просто должны от него убежать и найти выход по другую сторону этого леса. Керли тут еще делает. Погнали. Из Омска живым еще. Пока мы била. Так, ну все, рип, типа концовка. Ты ходил за мясненкой? Нет, не ходил. Не со мной воюешь, верно? Хер вам нарыло, твари! Давай, давай, ящер, рви всех! I want all available helicopters and MTF units at 8B now. I repeat, SCP-682 is out of the facility. У них там проблем без меня хватает. Получи, сука! Это тебе за меня и за пулю в моем теле. Я не знаю кода выхода отсюда. Поэтому они взрывают эту базу, и я взрываюсь вместе с ней. Ну и ящеры пытаются взорвать. Ладно, я пока в Омск. Тут говорят надеть противогаз. Я надел, ну типа это логично. Один 585 не подойдет. Надо было боеголовку отключить. Эта концовка, по-моему, по-любому так кончается.
Так, там был взрыв. Я думаю, что в этом измерении может быть получше. То, что под конец стало вот так вот ломаться, вот это, конечно, не прикольно. Не прикольно. А ты не отключил боеголовку? Нет. Оно по-любому так заканчивается с этого выхода. В игре несколько лет текстуру на базу так и не подвезли, да? Короче, я остался, я жить здесь. И, в общем, ходил я мимо падающих мечей. Ну, короче, тут на самом деле ничего не сделаешь. Вторая концовка, чтобы вы понимали, она тоже нехорошая. Она тоже заканчивается примерно тем же. Антимем. Против ящера, понятное дело, не помогло. В другом выходе смог бы выйти благодаря деду. Господин Диван, я эту игру проходил на все концовки и все концовки показывал. Когда ты выходишь с дедом, тебя в итоге пристреливают, и ты получаешь другую концовку. Ну, то есть ты идешь по коридору, и тебя убивают спину. Так что не надо мне рассказывать, что другие концовки вот это вот. Количество найденных комнат мы почти все нашли. Разблокированных достижений, ого. Найденных документов вообще почти не нашли. Ну, так вот такая вот игра. Все, больше сегодня играть не будем. Александр Исаев, Сергей Зверев, Иван Вадиков, Иван Михайлов и Михаил Нотариус. Вы просто боженьки. Молодцы, что перевели. Ты имеешь бессмертие, и чё? Знаешь про VR-чат? Да, мне не интересно. У меня есть HTC Vive, но я даже не буду устанавливать. Я бы Fallout поиграл, но мне лень. Вот это, там столько проводов. Открой синим ключом дверь. Синий ключ открывает, по-моему, только этот самый, как его? Ту дверь. Или синий ключ открывает вообще все. Чат. Тебя не пристрелят, тебя забирают другая террористическая компания. Ну, что-то такое, может, изменили, я не помню. Четыре концовки есть хорошие, серьезные, их добавили. Давай мы, типа, в эту игру потом поиграем на другую концовку, на хорошую. Церберенок, спасибо за 8. Ты испортил всю атмосферу трагичного конца, ты понимаешь? Но зато сейчас чат начнет тошнить. Нет, сейчас Нир не будет. Нир будет либо завтра, либо послезавтра, потому что, ну, мы сегодня так уж довольно долго сидим. Только в эту игру сидим 4 часа, до этого еще полтора часа сидели в Нир. Фол того не стоит. Ну, типа, я бы все равно поиграл. Ну-ка все в Google искать код. Welcome. Тут его, по-моему, нет. Ну, короче, я думаю, давайте в следующую субботу, может, соберемся еще в эту игру. Только уже на другую концовку пойдем. И несмотря на то, что я знал, что происходит, меня вначале эта игра до усрачки пугала. Поэтому я думаю, это будет интересно смотреть. Главное, чтобы стримлеру было страшно. Я тут что-то пару раз Кондратья не хватил. Будешь арты смотреть определенно, да. Короче, кому нужна была чистая игра, в общем, мы с игрой покончили. В конце каждого стрима у нас всегда из... Ну, просто сегодня довольно много зрителей, поэтому я типа рассказываю новеньким. В конце каждого стрима мы смотрим арты, которые зрители рисовали во время стрима по теме стрима. Поэтому сейчас, в общем, вот оно и будет происходить. Но сначала мы просмотрим титры до конца. Будешь играть в SCP Secret Laboratory? Там пока не во что играть, но, может быть, посмотрим. Я бы на канале на YouTube посмотрел, может быть. Когда МГС? Когда куплю геймпад? Я хочу начать с третьей части, а третья часть не поддерживает DualShock 4. Монструм. Как-нибудь можно будет посидеть. Угу. Может, Day Abilance? Нет, сегодня, я говорю, сегодня мы заканчиваем. Я сегодня довольно долго сижу, уже 5 часов. Ну, не то чтобы долго, я вчера сидел 6,5. Не, подожди, я вчера 7 часов сидел. Ну, в общем, сегодня я подустал просто. Эта игра, она высушивает... Мне не понравилось то, что она пипец какая сломанная по сравнению с предыдущими частями. В том плане, что этот... Ну, очень много багов было. В игре так-то багов было много. А тут пипец вообще, короче, просто была такая дичь. Так, ну мы прошли на одну концовку. Это было довольно зрелищно, по-моему. Довольно интересное было прохождение. Поинтереснее, чем на YouTube в последнее время. Будешь играть в атмосферную игрушку ваншот? Посмотрим. Так, хорошо. Музыка. Когда Зельда? На следующей неделе, обязательно.
Спасибо, кстати, что подсказали мне, откуда взять SCP, как я вчера попросил, рабочую версию. Все дали мне английскую версию, ни один не дал мне русскую, пришлось самому искать. Спасибо, чат, спасибо. Ого, сегодня. Ну не так, чтобы много артов. Сегодня количество артов как раз столько, сколько я люблю. Так, начнем с пони. Я не помню. А, это мы вчера смотрели. Офигенный рисунок по Undertale. Как-то так, удачи, спасибо за стрим. Во втором прохождении поймешь про эту опершу. А, это понял. Имя мне Магумин, лучший маг в Акселе, владеющий магией взрыва. Нарисовал Магумин. Я не знаю, кто это. Это из какого-то аниме, видимо, да? Чат из какого-то аниме. Но спасибо тебе, Влад Филин. Это сову нарисовал мой друг Ваня, а я разукрасил. Слушай, дорогой, желаем тебе здоровья, успехов в новом году, и чтобы у тебя все было хорошо. Сову зовут Сиви, пусть она делится с тобой. Спасибо. Очень мило. Мегумин? Коносуба? Я ничего не понимаю, что вы говорите. Опять свои китайские мультики глупые смотрите, небось. Для идиотов какие-то. Бесят. Настя Мыльникова, туби. Эротично. Мое лицо после разочарования от SCP. Ниже гифка. Сделал очередной стикер 2. Сотрудники охраны из SCP Containment Bridge. Спасибо за стрим. SCP-1356 смотрит на тебя. Что-то лагучее SCP, шо пипец. Не надо ее больше, ну не надо. Ну в смысле не надо. Надо, мы еще на другую концовку не прошли. В целом сегодня был хороший стрим, так что не выдумаю. Но стикеры, да, топ. Прикольно. На мой взгляд, не хватало бы где-нибудь сбоку или вот тут вот символики SCP именно, потому что выглядит просто как боевики из Counter-Strike, скажем. Ну и здесь то же самое. Хотя, с другой стороны, типа секретная организация там и всякое такое. Вот. Игра не давала надеть на 9 на NS бантик. Мои кривые руки решили это исправить по скриптам. Чувствую себя сейчас героем, так как стыдно сюда что-либо кидать. Почему это? Аниме было ошибкой Миядзаки. Да-да-да. Но там в итоге выдернуто из контекста, так что не начинай. Лиса. Хорошо. О, из ушей, да-да-да. Недавно пересматривал прохождение раннего СЦП, и ты так лестно отзывался об этом Мишке. Почитав описание, я подумал, хватит ли фантазии на то, чтобы нарисовать это. Хватило. Он, короче, может сделать себе подобного Мишку. Ну, сам по себе он типа милый, даже там разговаривает со всеми. Но он время от времени делает мишек. И он может сделать себе мишек из чего угодно. Вот из человеческих ушей. Вот. Да, Никита, это так. Круто нарисовано. Я ДЦП в этой игре, но он был там. Привер, меня тут привели, свезли, пнули, изнасиловали, когда мой ранки был АФК. Ага, я сбежал, но меня поймали, заперли в подсобке, собирали скормить Додо. Чувак, тебе походу часть мозга, отвечающую за правописание, откусили, да? Хорошо. Крекер, спасибо за 4-й месяц. На сайте он сделал себе мишку из нерожденного ребенка. Вот. На стрим не успел, посмотрю запись, заранее спасибо. Стрим получился хороший, смотри с удовольствием. Может, мир завтра, а не 8-го? Я не уверен, я не знаю, у меня тоже была отличная жизнь. Там бывает нужно, понимаешь, всякое. Спасибо, Руслан. Булат, я думаю, ты провел очень много времени за этим фотошопным рисунком, потому что это очень сложная работа, и я считаю, что ну, за это реально нужно похлопать. Спасибо, молодец, Булат. Надеюсь, что тебе понравится игра, она прям вах. Мне нравится игра, она прям вах, да. Молча ложу папку, кладу, а не ложу. На ней написано SCP-4221 по имени Попкоп. Привет любимому стримлеру, всего наилучшего. Спасибо, спасибо, Попкопушка. В последнее время ему не находится место, но он вернется, я вам обещаю. К сожалению, не смогла рассмотреть юбку, которую сегодня на стриме снял Артур, но решила, что костюм 2B. Тут большая часть не знает, но до этого стрима по SCP был стрим по NIR автомата, и там я снимал юбку. Вот, в общем, получилось забавно.
Ты знаешь, тут я даже милый. По сравнению вот с этим... Это даже милашка, по-своему. Мне, допустим, нравится. Game over, start new game. О, это типикал Даша, она сегодня так стрим запускала. Рудольф, ты просто зришь в корень. Бу-бу-га-га, сходи проверь, что там. Ага, окей. А, я понял. Это очень милая рисовка, мне нравится. Подожди, мы тут ничего не пропустили? Вроде нет. Продолжаем. Как аптипка запускала игрульку. Мы запустили, и в целом все работало прекрасно, по-моему. Согласись со мной. Аптипа СЦП. Грогнас. Опять на мой зад пялишь. Очень странная игра, но прикольная. Ну скажи, прикольная. Я один, кстати, назад 173-го пялюсь постоянно, он вот так выпячивает. Прям вот так вот, да? Азино 777, хрень какая-то. Спасибо за СЦП, было весело и страшно, что-то странное происходило на экране. К середине стрима решил, что надо что-то нарисовать, и тут это Glory Hole. А, я понял, я понял. Нарисовал очень быстро, боялся, что стрим закончится. Спасибо, что радуешь нас своими прохождениями. Спасибо, что смотришь. Копилка, как говорится, старалась как могла, спасибо за стрим. Ну ладно, ладно, хорошо. Когда увидел Туби с бантиком, в моей голове что-то щелкнуло. У нее не ручки, а лапки. О, прикольно. Так, вроде никого не пропустили. Печенька дождалась. А где моя печенька? Ладно, ей сейчас не достать. Вроде как. Если кого-то упустил, то завтра, либо послезавтра посмотрим. Короче, хорошо посидели сегодня. Определенно хорошо. Прошли игру на одну концовку. Спасибо вам за арты. Спасибо модераторам за работу. Сегодня было сложно. Ну, для вас в первую очередь, конечно же. И, в общем, увидимся на следующих стримах. Да и на YouTube там есть что вам показать еще. Есть один упоротый хоррор, который надо обработать. Это займет порядка там 2-3 часов. Поэтому сегодня, наверное, не успею, но завтра он, скорее всего, выйдет. Вот. И, в общем, на следующей неделе будет парочка прохождений, которые вас порадуют на YouTube. Ой, на Twitch. И на YouTube тоже будет много чего хорошего. Короче, оно уже есть, просто его надо обработать. Вот. Ну и, в общем, всем пока. Мы как раз-таки вовремя к выгулу собаки закончили. И, в принципе, все, что я могу вам сказать, это спасибо и до свидания. До свидания. Thank you.
Go.